Андрей Вилеусов с его неизменной фотокамерой в руках является главным историографом аквариума с первых же шагов зарождения группы. Я поинтересовался у Андрея, согласен ли он с моими наблюдениями, что непременным условием формирования супергруппы является встреча и дружба сразу нескольких выдающихся личностей. Бесспорно, потому что аквариума и Бориса такого бы, конечно, не было. Во-первых, если бы они не встретились и с Джорджем, и с Дюшей, а потом с Севой. Ведь в 75-м году, когда мы в клубе «Эврика», где Фейертак читал лекцию о новейших течениях музыки, сопровождал ее музыкальными примерами. И примеры были таковы. На сцене выступала жизнерадостная группа, состоящая, по-моему, из двух человек. Это был Боря и Дюша. Назывался она «Аквариум». Они пели «Вудсток». Была группа «Акварели» Быстрова-Берендякова, где на виолончели играл Сева Гакель. Был мальчик с газовым платочком на шее, который на квакер нажимал и, играя на гитаре, губами шевелил. Фейертак говорил, это наш будущий Джимми Хендрикс, Саша Ляпин. Вот такое стечение обстоятельств. Все эти люди потом стали друзьями, соратниками, и все влились в аквариум. Вот. И с 75-го года я вдруг понял, что ничего больше интересного для меня в жизни в музыкальном плане не существует. Я хотел слушать, слушать и слушать. Я даже потом, впоследствии, собственно, и бросил свои попытки музыкальные и перестал играть на сцене. И даже свою гитару, построенную своими руками, Боря уступил за символические деньги. Я стал фотографировать то, что происходит. Согласно шуточно-каноническому определению, аквариум равняется БГ плюс Сева Гакель, минимальный рабочий состав, а остальные из разгильдяйства в любой комбинации. Для меня самым важным был период как раз 70-х годов, потому что тогда была юность, безмятежность, беззаботность, бесшабашность и необычайная легкость. И эта легкость в первую очередь была обусловлена общением с моими новыми друзьями. То есть мое участие в группе, это было в нем была законченность. Я вообще перестал что-либо искать. Я нашел, не ища. То есть я просто оказался среди... Я считаю, что мне в этой жизни очень много раз везло. И это было просто такое стечение обстоятельств, которое мне сразу поставило меня в какое-то правильное положение, когда мне от жизни больше ничего не нужно было. Меня устраивало абсолютно все. Вот. И мне очень повезло, что моими друзьями стали Боря, Миша и Дюша. И Боря – это просто кладезь. То есть общение с этим человеком – это... Ну, я благодарен судьбе за то, что она меня свела с ним. То есть это... Я никогда нигде не учился. Я не получил законченное высшее образование. Как это было принято и вообще считалось, что вот это вот что-то, что непременно необходимо человеку получить. Для меня моими университетами был аквариум, был Боря. Ежедневное общение с ним позволило мне пройти вот эти университеты. То есть я, может быть, я сейчас самонадеянный об этом говорю, я не чувствую никакой ущербности в том, что я этого образования не получил. Я прошел вот этот университет аквариума и получил законченное классическое рок-н-ролльное образование. Михаил Файнштейн Васильев в своем кругу сокращенно просто «Фан» был таким же заядлым меломаном, как и Борис Гребенщиков. И было бы странно, если бы рано или поздно их пути не пересеклись. Я к тому времени уже как бы играл реально в группах. Потом я играл с группой фракции «Психоделия» на танцах. То есть как бы был такой опыт. Потом выяснилось, что не хватает басиста, и я с гитары, значит, перешел на бас. И имея уже опыт игры на инструменте, в продвинутых коллективах, потому что мы играли Заппу, там Led Zeppelin, то есть так, по-серьезному, то есть там было над чем подумать. Я как-то поехал в центр
с пластинкой, поменять ее хотел. Пластинка была Moody Blues с оркестром, с лондонским. У меня друг был, матрос, который возил мне, ну, всем всякие подарочки, а мне, значит, пластиночки. А потом фильм появился, из-за которого мои друзья потом в результате в тюрьму попали, потому что попытались к нему поехать на фестиваль в Финляндию, перейти границу. И вот, значит, это год, наверное, 72-й. Метро Московское. Я иду внутри, там внизу. Навстречу идет, значит, молодой человек моего возраста. И у него под мышкой, не завернутая тоже ни во что, то есть с таким пренебрежением материальным ценностям, то есть. И вижу, что Джон Мэйл, USA Union, пластинка идет с филончелистом, с одним известным, скрипачом. Я смотрю на эту пластинку и думаю, что вот я это хочу. Ну, 72-й год, это вообще жуткая экзотика и то, и другое. И вот мы с ним как-то вот остановились. И я спрашиваю, может, поменяемся? Он говорит, ну, типа, как-то вот так было. Точно никто не помнит, естественно, ощущение такое. У меня была тогда стереосимфония, как бы по тем временам очень круто. И поехали у меня, значит, дошли-то, я недалеко от метро жил, дошли, послушали, все нормально играет, поменялись, обменялись телефонами на всякий случай. У меня всякие гитары там висели, он говорит, вот я играю, вот я басист. И потом, когда им пришло время собирать группу, вот в 72-м году, они решили, что он мне позвонил, говорит, приходи на репетицию. Я пришел и сразу же понял, что я имею дело с будущим или уже настоящим гением, потому что уже были песни на русском языке, которые серьезно отличались от того, что делали на русском языке другие группы. То есть это было похоже на рок-н-ролл. То есть не тот бред, который пели наши группы, когда они свои песни писали. То есть в основном играли вообще западную музыку, то есть кавера. Или вообще один в один снято. То есть даже скорее один в один, и это ценилось. А чтобы написать свою песню с неожиданной гармонией, это мало кому удавалось. Я инженер на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Мне 25, и 10 из них я пою, не зная о чем. И мне так сложно бояться той, что стоит за левым плечом. И пускай мои слова неясны, в этом мало моей вины. Но что до той, что стоит за плечом, перед нею мы все равны. Может статься, что завтра стрелки часов начнут вращаться назад. И тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят. И нежные губы станут опять искать своего Христа. Но я пел, что пел, и хотя бы в том совесть моя чиста. Михаил Кордюков уже после «Аквариума» много лет проработал в Америке диджеем на радиостанциях. Но 70-е помнит отлично. Ну, диджей Майкл, Михаил Кордюков, в свое время ударник для «Аквариума», как-то я как-то сказал по-английски, «Drummer for Aquarium». А это началось в году 72-м, в 1972-м, имею в виду, а на одном флету, такой центровой флет, и там все как бы тусовались. Это сейчас вроде модные словечки, тогда только мы так это говорили, да? И хозяин представляет меня какому-то такому розовощекому мальчику, говорит, вот Боря, Гребенщиков, группа там есть в Юниверсе, там «Аквариум» называется, что-то там играют, барабанщик им нужен. Смотрю, такой розовощекий мальчик, вообще такой маленький, тоненький. Да, говорит Майкл. Ну, а я в то время был профессиональным действительно барабанщиком. Почему? Я играл в кабаке. И в следующий раз я помню «Аквариум», значит, я встретил и услышал впервые на каком-то поп-сессионе в какой-то стекляшке. Вот.
на барабанах Джордж играл, Гунецкий. Барабаны стояли прямо на краю сцены. Он, значит, не нажимал на педаль большого барабана, вот так его толкал. Это значит, большой барабан к краю все ближе приближался. Я не помню, откуда у меня оказался молоток и гвоздь в руках. Я стал, значит, в сцену перед барабаном это самое забивать гвоздь. А Джордж, я чувствовал по выражению на фейсе, весьма обиделся. Да? По-моему, эта обида, может быть, у него до сих пор подсознательно уже непонятно на что сохраняется. Но роза у него была зверская, конечно. Но я-то старался, кстати, точно в такт с его большим барабаном забивать гвозди. Андрей Усов был настолько покорен и музыкой, и обликом своих новых друзей, что, похоже, стал штатным фотографом группы. Да, фотография всегда мне была интересна, и хобби сделать профессией – это большая ошибка в жизни. Я ее совершил. Я вдруг неожиданно стал фотографом-профессионалом. Сейчас я немного жалею. Лучше бы я стал музыкантом, а фотография оставила бы хобби. С другой стороны, работа фотографа заставляет меня все время быть начеку и уметь фотографировать. Аквариум и, в первую очередь, сам Борис всегда славились умением радикально менять свой образ. Любопытно, легко ли было Усову угнаться за своими дружками с фотоаппаратом в руках? Да ничего страшного, я все принимал, буквально все, что он придумал. То он в берете, то он с бусами в бороде, или в какой-нибудь романтической белой рубахе, или в защитных штанах и военных сапогах. Честно, он мне нравится. Он мне всегда нравился. Вот, и, пожалуй, два человека, которых я всегда с удовольствием фотографировал, это Боря Гребенщиков и Сева Гакель. Сева Гакель в последнее время вообще отказывается фотографироваться. За редким исключением, когда мы, уехав на Карельский перешеек за грибами, находим там красивые белые грибы, ну, тогда фотография идет на ура. Я давно хотел полюбопытствовать у Севы, что заставило его еще в юношеском практически возрасте выбрать такой необычный для брежневского СССР путь в жизни. Для меня участие в группе, и это в первую очередь, собственно, игра. Игра. Даже не музицирование как игра, а игра в игру. То есть отношение к твоему делу как к игре, к увлекательной игре, по правилам, которые ты очень хорошо знаешь, и в то же время они постоянно меняются. То есть когда есть подвижность, когда есть динамика, и ты готов следовать с этими людьми куда угодно. Нахождение в группе, игра в группе без относительно, собственно, музыкального процесса, это чрезвычайно важная система отношений. Вот то, что я постиг внутри группы, это было для меня выше и даже прочнее, чем могла бы быть семья. Потому что до этого времени, то есть все, весь мой юношеский опыт заключался в том, что где-то лет с 12, ну, наверное, 14 все-таки, то есть я, конечно же, был абсолютно увлечен, фанатично увлечен музыкой, рок-музыкой, поп-музыкой. То есть и для меня все то, что мы, все, что виделось, как-то представлялось себе, слушая музыку других людей, это была какая-то сказочная, абстрактная ситуация. Когда вдруг случайно ты оказался в какой-то ситуации, когда ты играешь в реальной группе, и получается, что даже не только потому, что это называется рок-группа, хотя это было достаточно важно в то время, а в том, что ты вдруг почувствовал, что ты сам, ты прекрасно чувствуешь вот это правило этой игры, и ты способен немножечко это, корректировать эту игру. То есть своим участием ты можешь ее чуть-чуть как бы наполнять каким-то, наверное, интуитивным, понятным для тебя смыслом. Музыкантам «Аквариума» иногда удавалось создавать чудеса прямо в своем городе, что в те времена было для остальных совершенно неслыханным.
Чтобы попасть в этот фантастический сад, который выходил прямо на Неву, нужно было пройти через длинную низкую арку, похожую на короткий тоннель, на заднем дворе факультета с обратной стороны Смольного. То было одно из сказочных мест, которыми изобилует этот город и о существовании которых иногда не подозреваешь. Чуть позже, прямо на этой лужайке, насколько позволяла длина сетевого удлинителя, мы устроили мини-рок-фестиваль, на который слетелись все наши дружки. Масштаб события почти не имел значения, важна была его суть. Это было интересно еще и тем, что происходило прямо за Смольным, который в то время был далеко не институтом благородных девиц. Но в этих реках такая вода. Дождавшись тоста, случайно встретив июньским вечером 1997 года своих старых знакомых из взгляда, я в разговоре с удивлением обнаружил, что на ОРТ ни сном, ни духом не ведают о первом грядущем юбилее 25-летии нашей главной российской рок-группы. К чести взглядовцев, они решили немедленно исправить эту вопиющую историческую несправедливость и, собравшись на скорую руку, поехали в Питер в гости к БГ сотоварищи. А мне поручили создать 5 клипов поддержку темы. Несмотря на то, что большая часть материала из-за торопливости, в общем, оказалась в браке, материал все же был в эфире Первого канала, а мне были подарены исходники, которые вы увидите первыми. Тебе просто больше некуда идти. А почему отсюда здесь? Почему не оттуда? Элементарно. Пространство закрыто с обоих сторон. Ага. Менты ходят там, а сюда они им лень заходить. Поэтому здесь было самое защищенное место. Наши секреты стали шрифтом по стенам. Наши подарки подвержены ценам. Кричу тебе через барьер, пока актеры не сошли со сцены, мы никогда не станем старше. Это Да. А название какое-то? Мы вместе. Не то, что мы ведь мы же не придумали слово «Аквариум». Оно как-то просто подошло. Нет, это был не образ. Это был не образ. Мы с тобой недавно говорили, я вот помню, что на радио писал разговоры, что у меня так ощущение, что это толчок какой-то дал Гарна Будапештской «Аквариум». Место хорошее. Место отличное. Когда закат? Да, здесь по вечерам-то как-то лучше все-таки. Ну, не знаю. Нет, лучше. А какую вот из первых все-таки вот, которая осталась в памяти, есть какая-то такая? А «Погреб» был когда написан? 70... А «Погреб» был, когда 70... мы на «Примате» сидели. Ну, в тот период. Да, в 73-м. 73-74-м, точно трудно очень сказать. «Примате», я помню, как мы ее репетировали. Да. «Примат» — это что? Прикладная математика. Смольный. У нас там была как бы репетиционная точка. А можно экспериментовать? Надо в будущее. Одну песню, самую старую.
за дождем. Разбить зеркала. Идюша и Сева рассказали в своих книгах про укромные уголки любимого Питера, где аквариум в 70-е годы укрывался от окружающей музыкантов группы суровой соцреалистической действительности. И в один из таких двориков Дюша меня и привел. Мы пили воду, мы пили эту чистую воду, и мы никогда не станем старше. Меняется эпоха, меняется настроение, меняется все для человека, вошедшего сюда. Полностью меняется стиль жизни. Вот там, тогда в 70-х, был 100% социализм и скука. Здесь совершенно иная энергетика, совершенно другое душевное состояние, другие люди и чаще всего, конечно же, близкие какие-то знакомые. Потому что здесь на скамеечках, в этой зелени, сидел очень приятный, милый народец, который было принято называть петербургской интеллигенцией. Андрей Дюша Романов на страницах своей книги «Флейтиста» подробно описал увлечение аквариума театром. Происходило все примерно так. На ступенях появлялся Джордж, и в действие вступали все, кто в этот момент там уже находился. Основными артистами абсурда были Боря, Михаил, сам Джордж и я. Столь бесшабашно такое увлечение пройти не могло. Должен был появиться кто-то профессиональный, чтобы поставить все точки над «и». И такой, в конце концов, появился. Это был Эрик Горошевский. Со скоростью космического болида был выпущен спектакль по пьесе Джорджа «Метаморфозы положительного героя». Куда ведет эта вонючая, проклятущая лестница? Хоть сдохни, иди пешком! Как ты советовал? Да я пьесы начал писать задолго до аквариума еще, в школе. Да и Боб тогда же их писал. Все как-то это всегда было взаимосвязано. Я закончил университет факультет прикладной науки. Я остался в аспирантуре. Еще я играл в рок-группе «Аквариум» на скрипке и тромбоне. Мы выступали на рок-фестивале в Дрездене. После этого меня выгнали с факультета. Меня повезли на расстрел, меня расстреляли. Никакой связи с аквариумом я не узрил. Ну, связь какая-то косвенная, конечно, есть, но как у всех нас. Нормальный отрыв из тех 70-х, хоть пьеса и написана в 89-м, но из тех 70-х, когда это все задумывалось, вот тогда, 72-й, 73-й, 74-й, 75-й и так дальше до бесконечности. И для меня это просто очередная из ступеней, по которым мы прошли уже, пробежали. И если бы ее не было, то
было бы сложно все время идти. Вот не было бы чужой пьесы, просто не было бы ступени в каком-то таком, в общем, культурологическом блоке очень мощном. Есть пьеса, значит, на эту ступень уже можно встать и от нее прыгать выше. Слава богу, я играл же в его пьесе. Играл, и Севка в театре тоже принимал участие, как музыкант. Мое знакомство с театром началось с этого и закончилось с этим. Я ни до, ни после, никогда в жизни не был в драматическом театре. Театр Грошевского свел аквариумистов с юным мастером игры на экзотическом инструменте – фаготе, который и заменил обладателю его основное имя. Вот каким образом я попал в студию Грошевского, вот это вопрос. Может быть, Дюша меня туда привел? Может быть. Скорее всего. И там был Севка. И, собственно, мы играли спектакль. Это был Невский проспект Гоголя. В общем, все было замечательно. Дом архитекторов со своей потрясающей барочностью как нельзя кстати подходил для авангардных постановок и такого достаточно свободного музицирования. А я тогда учился в училище, и, в общем, кроме классической музыки, да, в общем, особенно, ну, я знал, что существует джаз и естественно, все остальное. Вот, но играл уже в это время, между прочим, в группе «Ну, погоди!» вместе с Сашей Ляпиным. Это просто была фантастическая группа, которая вот таких запилов и такой вот энергетических выплесков на то время, в общем, пожалуй, и не было ни у кого. В общем, называлась она, конечно, странновато, но ничего. Вот. И, в общем, у меня был уже какой-то опыт такого общения с роком. И тут как-то вот я попал чуть ли не прямо на представление этого Невского проспекта в студии. Ну, а Севка сидел рядом. И как бы там была какая-то нотная структура, но, в общем, ее было немного. И вот когда что-то такое происходило, он говорит, ну давай, теперь играем. Я говорю, что играем? По нотам? Не по нотам. Джем. Сев. Как джем? Идет же спектакль. Все нормально. Играем джем. И мы начали играть джем. И, в общем-то, наверное, мы так хорошо сыграли этот джем. И не этот только этот, но это как бы пример существования. И совершенно это произошло само собой. Каким-то образом я оказался на репетиции аквариума после этого. Ну, после этого, соответственно, концерт, ну и так далее. И понеслось. С легкой руки Коли Васина праздновать дни рождения Ливерпульской четверки стало у питерских рок-музыкантов доброй традицией. Коля Васин устраивал сессион по случаю дня рождения Джорджа Харрисона. Это был, наверное, первый сессион из серии, который он потом дни рождения всех вместе там по очереди, точнее. Вот. И тогда вот это обстоятельство тоже меня подвинуло вписаться в это все, и я как-то вот оказался за ударной установкой. Вот, причем я помню, что там кроме аквариума еще кто-то играл, и я вообще так это самое, как Джимми Каллентри такой отсидел весь вечер за барабанами, но на последний номер «Химми Лорд» я вышел с тамбурином, о чем свидетельствует фотография, где-то у меня старая фотография есть, все, значит, стоят в рядок и поют. Но это был акустический вариант «Химми Лорд». Вот номер, которым заканчивается у Джорджа Харрисона альбом «All Things Must Pass». Вот. Но это наверняка была идея БГ, там чего-то спеть эту песенку. Вряд ли бы кому-то еще пришло там в те времена петь «Химми Лорд», «Химми Лорд», «All was this, ignore you». Безусловно, и об этом писали классики жанра. Поездка аквариума в Таллин в 1976 году и участие в местном рок-фестивале стало первым крупным событием в биографии группы. Значит, дело было так. Мы приехали в Таллин рано утром. Какие-то там... Это, по-моему, зима была. Около 7 утра. Мы, значит, с похмела после портвейна вылезаем на перрон. Холодно, снежно, никто нас не встречает. Непонятно, где ближайшее пиво. Может быть, тогда уже Дюше пришла в голову эта песня.
Потом помню вечерний концерт и «Машину времени», я тогда увидел и услышал. Это было круто. Вот. Просто Led Zeppelin. Такой. Вот так, да. Мы приехали поздно вечером, была зима холодная, и в гостиницах, вернее, в одной единственной гостинице для этого фестиваля предназначенной, мест уже не было. Нас привезли в какое-то общежитие, АПТУшное общежитие на краю города, повезли на троллейбусе. А в троллейбусе с нами, в числе прочих пассажиров, ехала очаровательная девушка темноволосая, и с ней молодой человек в тулупе с видом такого интеллигентного сторожа и с гитарой. Это был Боря с тогдашней его женой Наташей, да. Вот. И нас познакомили в этом самом троллейбусе. Холодное пиво. Заселили в какую-то комнату, в которой стояло 8 коек, а сортир находился в коридоре. И мы тут же принялись общаться, дружить, выпивать. А выпивать нам приходилось спирт, который мы с собой привезли. Чистый спирт, настоянный на стручковом перце. Это страшная смесь. Причем, если мы к ней были уже как-то подготовлены, то Боря нет. В общем, в промежутках мы еще играли на гитарах. Борька был совершенно поражен нашими электрическими гитарами, тем, как мы играем блюз. Мы их никуда не втыкали, поэтому приходилось ухо прикладывать к гитаре. В общем, там мы рухнули все друг на друге практически. А на следующий день... Выступали то ли они, то ли мы, а может быть и они, и мы. Все, фестиваль 3 дня продолжался. Они мне страшно понравились, потому что у них было все, чего не было у нас, скажем так. У них была акустика, у них были акустические инструменты, которым я всегда тяготел внутренне. Виолончель, флейта. Они очень мило и музыкально пели, и... Это была хорошая смесь какого-то там зарождающегося Бориного Сюра с совершенно романтическими такими мотивами. В общем, все это, на мой вкус, великолепно выглядело. Вот. А мы им понравились своим электрическим буйством тогдашним. В общем, как-то мы подружились. И буквально прошло, наверное, меньше месяца. И Борька нас вытащил в Питер, где мы оглушительно выступили, по-моему, в ДК Крупской, на общем сейшене. После чего на протяжении почти 4 лет, вот ни одной субботы и воскресенья не проходило, чтобы мы туда не ехали на сейшен. А мы Борьку вытащили месяцем позже в архитектурный институт. Так что мы квиты в этом отношении. Москва и москвичи поразили обитатели питерских коммуналок уровнем жизни. Я тогда помню, меня удивила, значит, эта самая у Макаревича обстановка. То есть у него была гитара электро. Оказывается, эту гитару, значит, мой отец привез откуда-то из-за кордона. Как-то для тех времен это было так, это как-то там, да. Вот мне родители говорили, да займись ты делом настоящим, что это такое палочки подкидывать там. Я до сих пор этому не научился вертеть палочки там, да. Ну, там, инженером стань там или еще там, водителем троллейбуса. Вот. А тут, значит, чуваку пахан привозит телекастер там какой-то там откуда-то. Концертная экипировка машинистов превосходила самые бурные фантазии ленинградцев. Примочки всякие, электрогитарные примочки стояли перед Макаром несколько. Вот. И мы, значит, все ползали на коленках, в прямом смысле слова, на коленках ползали и рассматривали, нифига, вау-вау. Фастбусту. Класс, нифига себе, какие вещи. Я напомнил Андрею Макаревичу, как в рокерской тусовке давным-давно ходили легенды о тесной дружбе между музыкантами «Аквариума» и «Машины». Я никогда об этом не думал. Но вообще нам казалось как-то, что мы все вместе, они все вместе. Мы приезжали в Питер, мы первым делом ехали к Борьке. Мы затаскивали к нему аппарат на Марата, туда наверх, руками. Через 2 часа его оттуда уже тащили на сейшен, на настройку. Все время сидели там, пили чего-то.
Перед отъездом тоже там сидели, потому что до вокзала было близко. А когда они приезжали ко мне сразу. Это было нормально, это было в порядке вещей. На плечи Михаила во второй половине 70-х легла дополнительная нагрузка. Наверное, нелегко было в столь легкомысленной группировке нести директорские функции. Ну, группа вначале стоила где-то рублей 80 за выступление. Отбить можно было только в основном такси, и как бы, так как компания крайне интеллигентная, никто не возмущался, что денег нет. Ну, там 15 рублей получалось на человека, ну, 20. Но зато все считали, что, типа, с аппаратурой должен разбираться уж я конкретно. То есть, заканчивается концерт, все разбегаются, и как бы... Самым ответственным был Борис Борисович, который не разбегался. И мы с ним в основном все это и таскали. Это, конечно, смешно вспоминать, но в середине, в конце 70-х, когда мы уже как-то стали где-то поигрывать, с аппаратурой разбирались мы, а все почему-то уезжали куда-то. Был особо замечательный случай, когда, значит, есть такая гостиница «Астория», где, собственно, Есенин последний раз в жизни остановился. И там была одна замечательная свадьба. Значит, какая-то девушка, похоже, не по очень большой любви, выходила замуж за какого-то араба, который женился, похоже, по большой любви. Потому что он ничего не видел, и как бы все, что она говорила, все делалось. И вот она сказала, что на ее свадьбе будет играть «Аквариум». Когда я узнал, что это свадьба, меня чуть Кондратий не схватил, потому что наш репертуар для свадьбы не подходит совершенно. Ну, я сразу же договорился с Мердотелем, там, что мы оставим аппаратуру, что утром заберем, значит, там, то-се, ну, все, как бы, и, значит, стали играть. Нам очень нравилось, невесте тоже, в смысле, молодой жене, очень нравилось. А всем остальных так, ну, как бы, вот, ей нравится, значит, так и надо. Но самое смешное было в конце. Значит, белые ночи, 2 часа ночи. Мы собираемся уходить, а Мердотель был настолько раздражен нашим репертуаром, что сказал, забирайте вот это все ваше хозяйство, чтобы я вас больше как бы и не видел никогда. И вот мы, значит, оказываемся на Исаакиевской площади, белые ночи, разведены мосты, наша база закрыта, девать совершенно некуда. И стали думать. Да, все разбежались, кроме Бориса Борисовича, вот ответственный человек. Мы, значит, стоим и думаем, что делать. И вдруг мы вспоминаем, что одной нашей знакомой уехали родители, большая квартира на Васильевском острове, что, в принципе, там можно до утра положить. Где она живет толком, мы не помним. Мы позвонили, она назвала адрес. Мы поймали какой-то чуть ли там, не знаю, вообще, автобус рейсовый бывший. В общем, как-то тоже было все очень странно. Успели в мост, приехали к ней, оказалось, что это 5-й этаж, и в лифт это не помещается. И, представляете, вот люди очень уставшие, в общем, и морально, и, так сказать, духовно. И все это хозяйство тащить, включая барабаны, и все это тащить наверх. Мы это затащили, поставили в коридоре, загородив проход в кухню, ушли, и настолько нам все это надоело, что мы к этому вопросу вернулись, наверное, только месяца через 2, когда уже девушка звонила там по ночам, требуя забрать, потому что уже родители приезжают. Последним новобранцем группы оказался Евгений Губерман, которого я приметил еще в 1978 году в том же Тбилиси на джаз-фестивале в составе трубача Давида Голощекина. У группы «Аквариум» был барабанщик Майкл Курдюков. Ему приспичило поехать на Чигет. И группа осталась без барабанщика. Как они меня нашли, я не знаю. Мы начали репетировать, а причина этому была, что им нужно было ехать на фестиваль. И ты, кстати, этому поспособствовал. В декабре 1979 года я помню, крайне удачно свел организаторов того самого джазового фестиваля в Тбилиси, Борю Петрова и Гайоза, с моим давним дружком, рок-культрегером Артемом Троицким, на той самой исторической встрече в ресторане «София» под живую музыку «Удачного приобретения». Ну, так сложилось, что к 79-му году вообще-то «Аквариум» принципиально поменялся с тихой такой более-менее акустической группы, правда, с барабанами. Сложилось что-то новое,
которая мало понятно, к чему подходила из сочетавших к тому моменту музыкальных стилей. Мы стали играть какую-то такую музыку, которую потом окрестили панком, которую потом окрестили каким-то жестким, таким демоническим роком. Я не знаю, как это, в принципе, называлось, как называется до сих пор. Но так как раньше мы уже не играли. Это было сухо, сочно, и было столь динамично, эмоционально, что добивался всего того, что в тот момент звучала даже такая авангардная подпольная сцена. Короче говоря, осенью 79-го года мы приехали в Москву и сыграли эту программу на 20-м этаже, где-то там вот какая-то редакция была. Сыграли мы эту программу с одной только тихой лирической песней, Артур, нам, текстом Самуэля 16 века. И это, видимо, на Артема Троицкого произвело такое сильное впечатление, что он тут же пошел и уговорил Гаюза Кандываки, это директор Тбилисской филармонии, о том, что у него фестиваль, в принципе, не сложится, если туда не приедет аквариум, потому что иначе все будет скучно. Появилась первая группа, которая играет что-то похожее на панк-рок, это ансамбль «Аквариум». Я очень рад этому событию, поскольку наконец-то появилось такое последнее звено в этой цепи. Я думаю, что если бы не «Аквариум», то можно было бы вполне предположить, что этот фестиваль происходит не в 80-м году, а, скажем, в 75-м. Потому что, к сожалению, большинство групп у нас еще звучит очень архаично по сравнению с тем, что сейчас происходит в мире. В качестве музыкального обозревателя газеты «Советская культура» я внимательно следил за ходом фестиваля. Но взгляд изнутри мне кажется более интересным. В тот день перед нами играл ансамбль «Гю Нэш». Очень хороший, потрясающий инструментальный состав. И что-то они там пели еще, но музыка была хороша. Что прав? Барабанщик выше всех похвал, он до сих пор находится в этой в прекрасной форме, очень здорово. Помню, Женя Губерман аж прямо вот он замирал, слушая его и на репетициях, и во время концерта, когда они играли перед нами. И у нас, в общем, даже где-то было ощущение, что такой мощный напор вот этой восточной энергетики, которая от них перла, она немножко нам испортит концерт. Это была не моя ударная установка, а это был Людвиг, выставленный группой «Гунеш». И она была вся такая роскошная. И, конечно, у меня никогда не было таких барабанов. Ну, ты понимаешь, как я должен был мочить ее со страшной силой. Я это сделал. В те дни в Тбилиси «Аквариум» завербовал в свои ряды еще одну уникальную личность. Моего давнего дружка, выпускника ВГИКа, кинооператора Дмитрия Гусева, превосходно исполняющего блюз на губной гармошке. Ты сегодня будешь тут. Ну, все началось с бутылки коньяка у Саши Лютницкого дома. Мы выпили бутылку коньяка, и тут Саша вдруг рассказал, что в Тбилиси будет происходить некий рок-фестиваль. От нечего делать, я позвонил своему приятелю, который работал на финском телевидении, и мы полетели как бы съемочной группой туда. После того, как я увидел выступление «Аквариума», я не удержался и сыграл с вышеупомянутой группой. До сих пор историки советской поп-музыки недоумевают, почему в архивах тбилисского телевидения размагнитили пленки со съемками фестиваля «Весенние ритмы». Но у группы «Аквариум» есть своя версия. Снимал местное телевидение, то есть на штативе камера с колесами, все это ездит, значит, оператор таскает взад-вперед, наезды туда-сюда, значит, и прочее. А, значит, когда мы туда приехали, начался такой беспредел, что я, как руководитель, администратор, директор группы, вырезал значок, то есть взял значок и вырезал буквы, снимая с себя всякую ответственность.
из газеты набранный, ну, как Sex Pistols сделал, вот в такой эстетике. Все поняли, что необходимо каждому иметь значок такой. У каждого, значит, был значок с какой-то надписи. А наш любимый барабанщик Женя Губерман, гений, так сказать, ударного дела, он экстремист всегда был, в частности, и в жизни тоже. Поэтому он сделал значок, на котором было просто написано «Пошли все» открытым текстом. Так вот, значит, мы на сцене играем, так сказать, наш репертуар, песни, значит, беспредельничаем. И чтобы нас не снимать, этот самый оператор взял и поехал на барабанщика, который, как бы, у него руки связаны, он, как бы, ничего лишнего не сделает. И такой наезд, крупный план на этот значок. После этого я спиной чувствую, как он хватает этот весь станок свой и с дикой скоростью утаскивает за кулисы. И все, и больше мы их не видели. Поэтому никаких съемок не сохранилось. По счастью, Димка Гусев увлек в тбилисскую авантюру своих приятелей с финского телевидения, которые внимали вместе с Димой «Аквариуму» в залах Тбилисской филармонии. Мое первое впечатление от «Аквариума» было следующим. Я увидел своего знакомого, Севу Гакеля, интеллигентного питерского молодого человека, который очень по-консерваторски вышел на сцену, сел на стульчик, взял виолончель, и начались какие-то бешеные чешские пляски, начались это терзание виолончели. Пошла стена звука, и это меня убедило сразу. Потом вышел Дюшка. Дюшка почему-то подпрыгнул. С самого начала достал маленькую свистульку и вместе с Севкой начал производить некую чудесную совершенно какофонию. Эта пьеса называлась «Микроуп». После этого вывалилась вся остальная команда. И остальная команда во главе с Женей Губерманом, который на самом деле был лучший барабанщик страны в то время, да и сейчас, наверное, когда не пьет, то... Это был ураган. Я чуть не свалился с балкона. И вот эта совокупность этого всего была совершенно фантастическая. Я увидел то, во что поверить было сложно. Это был реальный рок-н-ролл, это был реальный звук, это была реальная энергия, это была свобода. Это было бесстрашие, потому что рок-н-ролл – это прежде всего бесстрашие. Это просто наступил некий катарсис, что то, к чему зритель привык, за прошедшие там 60 лет, это уже генетически что-то стало в сознании изменяться, что все должно быть аккуратно, в костюмах, ладошки на коленочке, что все тихо, артист стоит у микрофона, шаг влево, шаг вправо, сами понимаете, как в этой стране принят расстрел. Не сложилось, оказывается, есть сцена, есть пространство сцены, которое надо занимать, заполнять собой, есть тело, помимо инструмента у артиста. Если ты умеешь играть на инструменте, то можно еще попробовать играть своим телом. Больше не происходило ничего. Текст песен известен всем. Гармония песен известна всем. Инструментов мы не увеличивали и не прибавляли. Ну, только что фагот звучал, виолончели, флейта, вот такое загадочное инструментальное трио. Но это тоже, в этом ничего спецавангардного не было. Для нас каждый концерт – это, в общем, был кусок жизни. Как в песне поется, например. И, в общем-то, именно как в песне поется, мы вышли вон. Именно с этим куском жизни. Вернее, вышла вон комиссия. Не знаю, там сидел господин Саульский, который где-то так третьей-четвертой песни просто тихонечко встал и стал так делать вид, что он не присутствовал на этом концерте. Тихонько отходить. Остальные члены жюри, увидев, что Саульский тихонечко отходит, тут же отошли вместе с ним. Зал в этот момент встал. Когда зал встал, включили свет. Надежда на то, что общий свет в зале, надежда на то, что концерт на этом закончится сам по себе. Грузины оказались более тактичными людьми, чем многие русские, потому что в русских городах, где мы до этого выступали, потому что частенько для того, чтобы закончить концерт, использовали банальный прием. Брали, включали рубильник, включали электричество. Даже в записях «Аквариума» есть песенка «Не слышны в саду даже шорохи», где в какой-то момент на фонограмме остаются барабаны и голоса. Это кто-то в зале выключил электричество, то есть электрогитары, там микрофоны, все исчезло. Ну, голоса как бы кричали, потому что микрофоны их принимали, звукозаписывающие, а барабаны звучали сами по себе, все остальное замолкало. Грузины не выключили электричество на сцене. То есть концерт продолжался. Свет в зале горел, и народ пошел к сцене. На этот раз аквариумистам удалось поразить даже своих, видавших виды дружков из «Машины времени». Мы общались там буквально за несколько месяцев до этого, и это были совершенно другие люди. Тут они приехали жутко припанкованные, все в значках, и
глаза у них горят. И я вижу, что они нашли новую игрушку, и им дико в кайф сейчас в нее играть. Я никогда не был поклонником панк-музыки. Я в этом видел большую очень искусственность. Я видел в этом совершенно придуманность такую умом. А сейчас мы это сделаем вот так. На мой взгляд, абсолютно не поддержанную вот душой изнутри. Но я такие вещи чувствую. Это не повод для скандала, безусловно. Вот. Но они хотели напугать народ, они его напугали. Грузины у сцены устроили настоящую истерику. Те, которые, видимо, уже слышали про то, что такое панк. Может быть, они подумали, что это и есть настоящий рок-н-ролл. А скандала-то, может быть, и не было. Но когда зазвучала песня «Видел ли ты летающую тарелку», они стали еще эти фрисби-тарелочки кидать в зал. И одна тарелочка попала композитору Саульскому в лоб. Он вскочил и спешно покинул помещение, испуганный сильно. Я думаю, что эта тарелочка его добила на самом деле, потому что вообще он, дядька, был добрейший и открытый на всякие инновации. В Грузии БГ впервые получил возможность сформулировать свое кредо. Какой он видит свою группу? «Аквариум» появился как общность людей, связанных хорошим отношением друг к другу. И желанием создать какую-то такую, группу людей, которая, жила бы вместе практически. То есть проводили бы все время друг с другом, делились бы всеми мыслями друг с другом. То есть такая комьюнити, как Grateful Dead, пожалуй. Я только недавно обнаружил это. После скандала в конкурсном фестивальном концерте с музыкантами из «Аквариума» было страшно ходить по городу. Настолько прочно они завоевали в глазах местных жителей репутацию извращенцев. К счастью, на провинцию это не распространялось. А вот приехал представитель филармонии, я не знаю, чего-то там из горя этого самого зала, этого цирка, и сказал, не знаю, как у вас тут в столице, а у нас зритель сидит, «Аквариум» ждет, поэтому в автобус и поехали. Мы просто взяли и поехали. Власть этого человека, поехали к ним туда в филармонию, сыграли концерт. Ух, как это было так же мило и неожиданно. Нас называют там панк-роком, нью-вейв, но мы просто возвращаемся к началу рока, как правильно сказал Мартин. Мы возвращаем року его смысл первоначальный. А это какой? То есть это музыка для молодых и свободная музыка. То есть это не эстрада, не подчиняющаяся данным условностям каким-то. Это был первый такой переходный период, когда на самом деле «Аквариум» мог уже теоретически закончить свой первый исторический круг, то есть 73-79, эстетически уже сложился определенный коллектив, определенное направление, определенная эстетика, определенная этика. А вот 79-80 это уже в новом качестве появилась группа «Аквариум». Потому что примерно с 81 года начинается эра звукозаписи, уже пошли пластинки, как бы номерные. То есть после Тбилиси, мягко говоря, нам запретили концертировать, что как бы никоим образом на нашу концертную деятельность не влияло, а мы стали записываться. Вот, собственно говоря, все. То есть заработало магнитофонное право, как правильно все время определил Мишка Файнштейн, он сказал, что КГБ ошиблась только в одном.
в 60-х, 70-х, что они разрешили выпускать в нашей промышленности магнитофоны с записывающими головками. То есть все. Просто записывающие головки уже было никак. Ну никак. Она перезаписывала, она размножала информацию. Вот. А то есть, до 80-го было как бы вот времена путешествий в Таллин, там хиппи, Таллинский политехнический институт, как бы автостоп и вообще все это настроение на перекрестке тысячи дорог. Вот это настроение ушло в историю. Появилось новое качественное, как правильно мы все время говорили, начались ревущие 80-е. Эффект от триумфального выступления «Аквариума» на Тбилиси-80 оказался двояким. Напомню, что только грядущая Московская Олимпиада вынудила чиновников пойти на эксперимент с молодежной музыкой. Итак, двойственный эффект. Почему? С одной стороны, среди коллег «Аквариум» на много лет выбился в лидеры и стал культовой группой. С другой, на Бориса обрушились хоть и не сталинского уровня, но все же репрессии. Вот что вспоминает сам Борис о том нелегком для себя периоде. «Мы сделали то, чем очень гордились. Через месяц мы поехали в Прибалтику, где был скандал еще больше. По городу демонстрации ходили. Но если честно, то мне было страшно. Страшно, когда выгоняют с работы. После Тбилиси я перестал быть научным сотрудником и стал человеком. Думаю, этот обмен чего-то стоит». Когда ты был мал, ты знал все, что знал, и собаки не брали твой след. Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит. Ты не помнишь, кто прав и кто слеп. Ты повесил мишени на грудь. Стоит лишь тетиву натянуть. Ты ходячая цель, ты уверен, что верен твой путь. С местным Эдисоном и Теслой в одном лице, техником Охтинского дома пионеров, Борис был знаком еще с конца 70-х. И когда аквариумистам стало ясно, что комсомолу с ними не по пути, а в коммунизм их не возьмут даже в роли попутчиков, группа с головой ушла в студийную работу. У аквариума из всех групп, кто там работал, и Борис Гребенщиков, это была группа, которая больше всех работала в студии. И наиболее плодотворная. И, может быть, идеология наша была ближе. Я тоже университет кончал, как и Боря и так далее. Мы такие были все питерские как бы ребята. Вот. Боря
позволял, так сказать, он экспериментировал, и я на нем экспериментировал. Честно, первое время я рассказывал, что там не было аппаратуры, не было наушников, я какие-то наушники в них вату засовывал, потому что были удары, можно было оглохнуть. Но Боря шел на все, он, и я прекрасно помню, это я Боре сказал вот, на 1900, в конце 79 года. Боря, давай, говорит, создадим канон. Русский. Он говорит, давай. Это абсолютно честный разговор. Нет никакого другого механизма для роста, как студийного. Этот механизм был дан. И он был дан определенной группе людей. И они начали вариться. Да, среди них были супер два титана, на плечи которых встали все остальные, а также они сами. Потому что именно два человека, это Борис Гребенщиков и Майк Науменко, создали новый символический язык. Они адаптировали западный символический язык на русский. А потом стали сами его использовать. С несколько иной стороны, взглядом художника, присматривался к новой для него ситуации давний соратник группы Андрей Усов. И вот эти диски, которые мы доставали, записывали на поганые эти магнитофоны, слушали до дыр, до хрипоты, эти диски, они были лучшим подарком в жизни. Появление нового альбома. Западной музыки. Поэтому, видя, как они оформлены, как подана музыка, в какой она коробке, упаковке, конверте, конечно, хотелось подражать. И когда мы начали в 78 году придумывать первую обложку для Бори с Майком, все братья и сестры, она рождалась, скажем, спонтанно. Она рождалась тогда не холодным расчетом, а экспромтом и какими-то на ходу придуманными идеями. И вот обложка сама, первая сторона, это случайная вдруг идея сфотографироваться на фоне закатного неба в профиль Бори с Майком и Будды между ними. Замечательная статуэтка, которая была одолжена у Андрея Фалалеева. Обложки впоследствии, это синий альбом, рождались уже концептуально. Все было придумано, все было просчитано. Так у Оли Липовской мы снимали обложку синего альбома. Музыканты смотрят снизу вверх по лестничной шахте. Тираж печатать было очень-очень опасно. Сколько у нас там подсудный тираж был? 12 экземпляров? Вот, а я делал по 50, по 100. Вот. Поэтому я подписывал эти обложки псевдонимом Вилли. Благодаря одной из таких копий кинопленка сохранила образы аквариума начала 80-х годов. Государство в лице киностудии «Мосфильм» взяла надо мной шест в плане финансирования моего высшего образования. Вот. И на третьем курсе оно, в смысле государство, Мосфильм, выделило мне неслыханную по тем временам сумму. Как сейчас помню, это было 5200 рублей. На эти деньги можно было приобрести автомобиль «Волга», по-моему. Попалась кассета, катушка. С какой-то ленинградской группой. Следующим шагом было выяснение названия этой группы. Уж больно понравилось. А отец всегда интересовался, ну, чем я живу и еще что-то. Я говорю, ну вот я ему завел. Ну только как найти этих людей? Что это такое? А он совершенно вдруг неожиданно, оцепенев, полез в карман и достал бумажку. Эта бумажка являлась объяснительной Олега Евгеньевича Осетинского, с которым он тогда совместно писал сценарий «Ломоносов». Осетинский уже ушел от сценария далеко, перестал сотрудничать, потому что отбивался от органов за организацию всяких концертов и так далее. В кинотеатре там, «Пионер». В кинотеатре «Пионер», да. И он вот, он говорит, может быть, вот это. Я говорю, может быть, через него. Все это было вот так вот, совершенно спонтанно. Ну, не завел бы я ему в этот момент. Я не знаю, как бы мы их искали. Ну, нашли бы, наверное. Известный сценарист и драматург Олег Евгеньевич Осетинский в начале 80-х взял шефство над молодыми питерскими самородками и развил бурную деятельность по ознакомлению московской богемы с творчеством «Аквариума» и «Майка». А Осетинский все-таки дал команду в Питер. И действительно, он там как-то
имел какие-то клавиши, которыми он давил на них, и сказал, такого-то числа будет вот он здесь стоять у проходной Мосфильма. И мы увидели вот этого человека, совершенно, так сказать, выгоревшего чехле с гитарой. В малиновых брюках почему-то. Это потом было. Помню. Белые рубашки. И мы подошли просто к человеку. Ну, потому что кого еще? И говорим, вот такой-то, такой-то, он вежливо такой. А что делать надо? Остинский ему не объяснял вообще ничего. Ни про кино, ни что. А просто стой вот там-то и все, тогда-то. Вот. А у нас уже был заказан вот как раз эталонный зал записи музыки со всеми этими воротами. На то время просто прогрессивнейшими у нас. И мы его туда повели. По причине нехватки актеров, авторам фильма пришлось самим гримироваться и быть в кадре. На самом деле там были привлечены более-менее профессиональные актеры, но, к сожалению, в данный момент один из актеров не смог прийти, и Александру Леонидовичу пришлось играть роль моряка. Один из моих вот старых операторов сыграл роль лейтенанта. Ну и сам он тоже отметился. Тоже, да, пришлось поучаствовать. Я по объявлению. Очень приятно. Вы проходите, посмотрите комнату. Там музыканты у меня. Не обращайте внимания, я их скоро выселяю. Потому что соседи жалуются и потом платят нерегулярно. А вы военный. Пожалуйста. Знаете что? Позвоните мне по телефону. Я должен отойти. Посмотрите, вам понравится. В то время, значит, существовало всего два фильма о так называемой запрещенной музыке. Ведь это у нас, так называемый, сейчас молодежи не вдомек, а так была запрещенная музыка. Да. Шесть писем о бите. И вот, собственно говоря, Иванов. И вот с 83-го практически по 80-го. По конец 80-х годов там, эти две копии картины были, в общем-то, истрепаны в лапшу, потому что практически ни одно запрещенное мероприятие, то есть неразрешенное мероприятие, связанное с рок-концертом и показом этих двух фильмов, не сопровождалось, значит, вот из этих двух картин. Ты лейтенант. Да, я лейтенант. А ты? А я не лейтенант. Почему же? Не знаю. Я инженер. Что если бы не картина Иванов, я бы, в общем-то, и не познакомился с органами нашими. Потому что был небезызвестный концерт в Доме культуры какого-то машиностроительного завода, где впервые прозвучала группа «Браво», тогда, когда еще Жанна Агузарова была Ивоной Адлерс. Так как они задерживались, сначала показали фильмы, потом все ждали группу «Браво», была какая-то зловещая пауза. В конечном итоге прибыла группа «Браво», они сыграли, по-моему, только две вещи. И появились какие-то менты в валенках. Сказали, попробуйте сохранять спокойствие. Первые два ряда замели сразу, значит, а остальных вылавливали. Значит. Ну, по автобусам рассаживались. Да. Это был один, видимо, да, из неразрешенных концертов. И мне потом приходилось неоднократно наведываться на Петровку, давать объяснение по поводу, значит, копии фильма «Иванов». Вот как сейчас помню, да, разговор со следователем по телефону.
который все мечтал посмотреть картину, но жаловался на нехватку времени. Его волновала в основном, так сказать, экономическая сторона нашей деятельности, поскольку это был, так сказать, Петровка 38, занимались они, так сказать, экономическими преступлениями. И он спрашивал, да, да, вот вы говорите, да, копия, копия, да, ну, понятно, да, ну, копия фильма «Иванов». Ну, ладно, говорит, ну, а когда ты кончишь дуру валять-то? А где оригинал? Я счастлив тем, как сложилось все, даже тем, что было не так, даже тем, что ветер в моей голове и в храме моем бардак. Я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. И начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит. Очень скоро на самопальных обложках записей «Аквариума» появляются имена новых музыкантов. В последнее время, вот то, что, ну, меня, так сказать, немножко, может быть, удивляет, что у Бори стабилизировался в последнее время состав, и как бы, в общем, он пришел к какому-то своему, может быть, звучанию, своему пониманию, и в это все устраивает. Раньше же это совершенно четко мы приглашали постоянно, мы меняли аранжировку очень простым способом. Приглашается другой музыкант. И поскольку это коллективное творчество, получается мгновенно другая аранжировка. И потом, слушая эту музыку, Борис слушает и понимает, что надо и на концерте музыкантов менять. Первой жертвой такого подхода стал Михаил Файнштейн, случайно зашедший в студию на Охте бывший басист-землян Александр Титов. Блестяще с листа сыграл несколько басовых партий к альбому «Табу» и заставил руководителя группы серьезно призадуматься. Я бы начал с того, что я занялся перкуссией по причине совершенно другого плана. Не то, что там, так сказать, я не справлялся, скажем так, грубо говоря. Потому что мы много акустики играли. И, во-первых, нельзя было найти перкуссиониста вообще. И я действительно год учился у индийских по пластинкам. И у английских всяких перкуссионистов. Год учился действительно, как это все делать. Потому что нужен был перкуссионист. И тогда вот появился Саша Титов, когда я был занят, и надо было записываться. И я увидел, что он играет лучше меня просто. То есть у него звук более мощный, чем у меня. И, собственно, мне в голову не приходило, что это все может как-то по-другому кончиться. У нас группа и группа. И тем более я еще и директор. И я так и на перкуссии остался. То есть, естественно, для перкуссиониста надо меньше времени для репетиции, чем... Поэтому у меня было еще куча таких дел. Вокруг студии собрался коллектив студийный. Это были одни и те же музыканты, которые входили в разные составы. И выступали под разными именами. Ну, возьмите там тот же самый Сергей Курехин, или там Чекасин, где там только не доделали, или там Чернов, допустим, Миша, потом, которого я привел вначале на, по-моему, сначала на Алису я его привел для начала, кстати. Вот. Там, или Женя Губерман, где только не играл. Ведь у нас музыканты пробовались в разных коллективах. Был коллектив, как бы, вот это было единственное место действия, времени, идеологии и людей. И поэтому многие еще говорят, смотри, Тропил, а почему в то время вот все записи, что мы возьмем, «Аквариум», что там телевизор того времени, что там кино, то ли «Алиса», они какие-то все похожие. А потому что, говорю, было единство времени, идеологии, места, музыкантов половина одни и те же. И все происходило через одни и те же вот эти уши. А звукорежиссер тоже очень много значит, потому что как он баланс поставит, так и будет.
и поэтому оно похоже. А что вы хотите? Это один симфонический оркестр. Он играл разные произведения. Он похоже играет. Главным ловцом талантов для первой независимой студии был, конечно же, вездесущий Сергей Курехин. Был экзамен в музыкальном училище по сольфеджио, и Сережа помогал такому саксофонисту и поэту Владимиру Балучевскому. Он привел Володю и как бы его готовил к экзамену. Я находился рядом, поэтому Сережа пел какие-то, как Сережа обладал абсолютным слухом, то Сережа пел какие-то аккорды и спрашивал их Балучевского. Володя как бы отвечал, но не всегда. А я как-то все время отвечал. Говорю, какие аккорды поет Сережа. Как ты меня спрашиваешь сейчас про аквариум, что было необычного на записи. То же самое меня спросили два товарища из КГБ, которые мне в 85-м году. Ну, меня просто спрашивали. Но их очень интересовала атмосфера на записи. Какая была атмосфера на записи в аквариуме. Атмосфера была, я им сказал, была супер. Я очень радовался, что я играю в микрофон. И что кому-то это очень нравится. Но самое главное, что было потрясающе, положительные такие эмоции шли от Бори, что ему все нравилось. И даже мне больше всего, мне самому меньше нравилось, по сравнению с тем, как нравился это Бори. Он все время улыбался, все время как-то что-то находил. Серега там решал, после моих слов что-то решал добавлять все время. Курехин, там же он играет на каких-то там роялях, там синтезаторах. Там все. И как бы они, им какие-то мысли приходили уже после моего слова. Они как переглядывались, друг на друга смотрели. И что-то получалось неплохо как раз. И уже думали, что можно добавить к тому, что я сыграл. Поэтому вот процесс именно тот, о котором говорит Тропил. Я представляю, когда они только собирались. Вот, слушай, там сели там вчетвером. И что-то начинают записывать. И тут же им приходят какие-то идеи. В этом уникальность аквариума вообще как музыкант. Музыканты смогли себя слушать и слышать. И этот трансформатор, как бы такая обратная связь появилась. Обратная связь не через рукоплескание там, или через улюлюканье, или там через количество дам. А сам себя послушал. И сам приторчал или нет. Хорошо я это сделал или нет. Без записи это было невозможно сделать. Не было обратной связи. В те далекие годы в студии на Охте на барабанах играли и Губерман, и Александр Кондрашкин, и Майкл Курдюков. Но в группе «Аквариум» на долгие годы задержался самый молодой из них – Петя Трощенков, по малопонятным мне причинам, выдававшим себя в те годы то за брата, то за однофамильца Евгения Губермана. Я хотел во всем походить на него, на этого человека. Причем в хорошем смысле. И там было, было чему поучиться у него, собственно. И, конечно, и манера игры, наверное, и то, как я выглядел, и мне хотелось, чтобы меня также называли, потому что, ну, я им гордился. А сейчас я думаю, что, наверное, он был, знаешь, у меня же не было отца, поэтому, знаешь, наверное, он мне в какой-то степени заменял, что ли, или брата, или отца. Вот, наверное, вот так. В условиях полупрофессиональной студии запись барабанов – наиболее трудоемкое дело, которое советским группам мало когда удавалось. Проблем с записью и в сборе, чтобы он мне говорил, что там па-па-па, это так, это не так, это не было. Я слушаю пластинку 82-го года или 81-го «Табу», вот, до сих пор нахожу ее просто супер. Она сделана вот в плане, вот я смотрю, как мы играли тогда, и я слушал там свою игру. Знаешь, прекрасно. Мы вот и как группа там отлично. Ритмично, все здорово. Хорошая пластинка. В начале 80-х годов и в имидже, и в звуке «Аквариума» происходят радикальные изменения. На смену полуакустическому звучанию, за который так на первых порах полюбили «Аквариум» и эстонцы, и москвичи, приходит настоящий рок-н-ролльный саунд. Таких приглашений быть не могло, потому что как бы группа играла совершенно акустическую, очень красивую и самобытную музыку, в которой, ну, место, скажем, вот электрической гитаре, мощной электрической гитаре, как бы совершенно не находилось. Потом вдруг неожиданно возникла вот эта необходимость такого бунта, да, протеста, вот возникла такая энергетика, что вот надо вот что-то взорвать, да. Пришел ко мне Борис и Сева,
Мы посидели, попили чайку, по-моему, даже портвейну попили и поговорили о том, о сём. И Борька так неожиданно, так скромно сказал, вот не хотел бы ты. Вот. И, в общем, я взял, естественно, с большим удовольствием принял это предложение, потому что, ну, само по себе предложение даже не поучаствовать в группе, а вот что-то взорвать мне было очень близко по тем временам. Я думаю, что здесь роль, наверное, в психике главного нашего вот аквариумского вдохновителя и идеолога, это Борькина. Скорее всего, это его внутреннее состояние. Вот он очень любит электрогитару. Он очень хочет играть на ней, совершенно неординарно. То есть он не играет стандартно и играет очень просто, прям по-дилетантски. Но это хорошее дилетантство. Тем не менее, те идеи, которые ему приходили в голову, как он хотел слышать гитару, наверное, ему не удавались. Поэтому, как бы, а в какой-то степени удавались мне в тот период. И он поэтому решил прибегнуть вот, к моему участию и помощи сначала. Многие помнят настоящие мистерии аквариума с участием Ляпина. Но это в концертах. А что думает сам Александр о своем участии в записях аквариума? Я студийной работой не совсем доволен с аквариумом. Она какая-то все-таки какая-то слишком такая профессиональная, что ли. Как-то очень не должно быть ответственности такой, как я почему-то к записи вот до сих пор отношусь очень ответственно. Наверное, это все-таки не для аквариума. Это, может, для каких-то моих сольных каких-то изысков там музыкальных, но для аквариума это было не нужно. Поэтому я не всегда был доволен этой работой, но тем не менее, были такие, на мой взгляд, удачные, и я не побоюсь сказать, шедевры «Как небо» становится ближе студийный вариант. Это совершенно неожиданное решение с двумя гитарами, с диалогом гитар. Потом это решение было повторено в песне «В равноденствии», по-моему, «Лебединая сталь». Там тоже так, тот же метод был применен гитарный. То есть диалог двух гитар, то есть когда две гитары играют одновременно, и я сам с собой, сам себя ловлю. Ну, близнец по гороскопу, я должен с кем-то внутри себя, вообще с кем-то взаимодействовать, или внутри себя пытаться вот это взаимодействие как-то реализовать. Даже в наши дни частенько приходится слышать упреки в адрес ленинградцев в подражательстве и даже в прямом плагиате. Боря нашел себе нишу. Сначала он, я прямо говорю в глаза, украл три великие песни. «Rock'n'Roll Suicide», «Rock'n'Roll Мертв». Затем великую песню Вертинского про мальчиков. Затем великую песню Хвостенко «Под небом голубым». Я упрекаю сейчас Борю. Я надеюсь, он покается когда-нибудь. Потому что это называется воровство. Я с самого начала 76-го года и по сих пор занимаюсь не какой-то русской версией или так далее. Я занимаюсь привитием западной музыки на русскую почву. Я пытаюсь привить мимозу на елку. Это касается там и Майка Науменко, и Бори, и Цоя, там, и... Ну, вот все то же самое. Ведь изначально брались песни конкретные, прототипы, и они наполнялись просто новым языком. Сергей Ильич, работник сна, одетый в шелк, шелестящий волк. Чья это песня? Марка Болана. Один в один. Ну. И другие песни состоят из трех. Я помню песню «Пепел», как мы долго... Пришел Курехин, Сергей, Боря принес. И мы так долго из трех прототипов, которые нашли, сделали, ну, как бы так, ну, согласовали, что вот теперь она ни на кого не похожа. А ничего там плохого нету. Потому что музыка западная, она другая. Вот даже посмотрите, основное количество русских песен, оно минорное. А возьмите любые песни грустные того же «Битлз», а они мажорные, между прочим. Вот как-то люди не замечают. И не на три аккорда. То есть как бы это другая культура. И хочется народ приобщить к культуре международной, как бы мировому уровню. Порой, что я из стекла, и ты из стекла. Часто мне
Биография «Аквариума» полна разного рода мистических совпадений и необъяснимых событий. Не обошлось без чудес и в студии. Опять необъяснимое. У меня тогда появился в 84 году 8-канальный магнитофон «Ампекс». А пленки новой не было. Я достал, в общем, на мелодии старые пленки, которые были использованы для записи там всяких советских композиторов. И вот, допустим, песню возьмите «Сны о чем-то большем». Послушайте, какие там гениальные флейты. А вы знаете, что я их не подтягивал никого. Я просто писал на эту пленку, там была чужая совершенно фонограмма. И эта дорожка осталась. И потом, когда я включил, она оказалась абсолютно синхронна с фонограммой. И таких мест там много. То есть получалось, что я брал пленки, а там уже дорожки были записаны. Попробуй это себе объяснить как-нибудь. Это не объяснять никак. А документы, пожалуйста, послушайте. Вот эти флейты там такие октавные, сумасшедшие. Это с этого самого твой малый город и солнце одетый. Да вот это там, вот эти флейты, это как вот дога. Это доги на флейты. Но, Юрий, еще я не пытался туда попасть. Я просто писал на другие дорожки, а потом включил остальные. А там аранжировка есть? Ленинградцы никогда не скрывали, что полнокровное признание к ним пришло через московские концерты. Так же, как всемирную славу Beatles и Rolling Stones принесли их гастроли в Америке. Мы воспринимали группу «Аквариум» как группу номер один той ленинградской новой волны, которая чрезвычайно сильно нас всех захватила. И это было не какое-то явление моды, не связано было не со стилем исполнения, не с прическами, покроем штанишек, а с тем, что очень многие в клубе «Rock Hill Kent» вообще-то ориентированы изначально на варговскую культуру, на КСП, восприняли Гребенщикова как естественного наследника Высоцкого, Галича. Будущий автор первой книги об истории советской рок-музыки был в те годы полностью захвачен партизанско-подвижнической деятельностью ленинградцев. Правда, выбирать ему особенно не приходилось. Кино еще тогда из себя представляло скромный акустический дуэт. Герои 70-х «Машины времени» ухнули в Росконцерт, а московская «Новая волна» делала лишь первые шаги. Собственно, лидеров было двое – «Аквариум» да «Зоопарк». Как группа «Аквариум» мне всегда нравилась гораздо больше, чем «Зоопарк». Потому что «Аквариум» – это была группа ищущая, это была группа, в которой помимо Бори Гребенщикова было еще несколько выдающихся музыкантов, очень интересных личностей. В «Аквариуме», естественно, люди были ого-го какие, то есть помимо Бори, я уже не говорю, скажем, о Курехине, который тоже в те годы был членом группы, но и Дюша, и Гакель, и Фан, на мой взгляд, были интереснейшими личностями и стоящими музыкантами. Поэтому я в большей степени, скажем, если говорить там об организации концертов и так далее, я в большей степени благоволил к «Аквариуму», чем к «Зоопарку». В моей памяти лучшим концертом 80-х годов остался не концерт Сантаны в Измайлово и не появление Pink Floyd в Олимпийском, а концерт «Аквариума» в саду Эрмитаж. Соединить нас всех, это было, конечно, очень смешно. Такой заскорузлый молодой такой бибопер, там, страшный авангардист, значит, и такой перформанс собрал, даже не знаю, как это слово сказать, перформанс направленный. Авангардист Чекасин, Серега Курехин со всеми его там знаниями и джаза, и того, и другого, и третьего, и эксцентричностью. Плюс Боря такой спокойный. Мне кажется, он просто смотрел на все это так и не мог понять. Нет, он понимал, что это ему нужно. Но почему это нужно, в какой-то момент он не мог понять. Когда мы смотрим нескончаемые бандитские сериалы, созданные в недрах Ленфильма, мы и не догадываемся, что большинство этих кровожадных историй принадлежат перу мастера духовой секции «Аквариума» тех лет. Дело в том, что вообще, на самом деле, меня раскусил только Курюхин, на самом деле, потому что он понял, и он называл меня, я лучший музыкант среди писателей, лучший писатель среди музыкантов. Поскольку мы все, еще раз говорю, мы просто были друзья между собой, знакомы, «Аквариум» собирается в Москву. Вот
ответственный концерт какой-то, да, приглашается Ляпин, Курехин, я со своей этой самой дудкой, потому что я очень здорово на саксофоне тогда умел верещать, визжать, атональные там фри-джазовые соло, как бы вот краска такая, да. Вот, вот мы с тобой в частности познакомились. Именно тогда, в этом скромном зале, мы столкнулись с явлением, которое позже, выкристаллизовываясь на наших глазах, произведет переворот в нашей поп-музыке. Каким же нужно было быть умным человеком, чтобы не побояться вывести Пономареву рядом с собой на сцену? Там был и Чекасин, и Курехин, и Сергей Рыженко, который что только не творил на сцене вместе с «Аквариумом». Курехин, ну, вся поп-механика родилась из этих его концертов вместе с Гребенщиковым. Опять-таки, каждый человек имел возможность самовыразиться. Гребенщиков никого не придавливал, чтобы вывести себя на первый план. Пожалуйста, Саша Ляпин хочет играть на гитаре кончиком носа. Пусть играет, это замечательно, это только добавит интереса всеобщего, как вам. Это было превосходное решение. Просто в нем чувствовалось ум и сила. И очередной ответ на вопрос о том, почему мы предпочитали приглашать «Аквариум». У нас был сад, но мы не знали входа. У нас был путь, но мы боялись лезть в воду. Теперь я вижу чистое небо. И мне не нужен прогноз погоды. К сожалению, вот эти концерты одиночные, они вот, если бы было хотя бы штучек 5, то это было бы, конечно, тогда бы легче было бы запомнить. Потому что тогда это было все так. Приехали, посидели у тебя, посмотрели видео, поехали на концерт, чтобы туда-сюда какие-то впечатления, да, надо все запомнить. И для того, чтобы запомнить всю эту форму, ты не запоминаешь вообще, что было, потому что самое главное было концентрироваться на музыке. Там много хороших вещей произошло, тогда записались с Курехиным, потом была, началась поп-механика, другая. Детище «Аквариум». С Сергеем Курехиным с удовольствием сотрудничают всегда самые различные музыканты. Жизнь аквариумистов в Питере была вполне прозаичной. Им приходилось устраиваться на временные работы, чтобы не попасть в тюрьму за тунеядство. А менеджеру группы находить хоть какие-то возможности для проведения концертов. Как это ни парадоксально, мы научились жить при советской власти. Мы приспособились к ней. И я производил такие трюки, изображая из себя какого-то официального деятеля. Собственно, почему появилось слово «директор»? Всегда был менеджер, там, продюсер, там, что-то такое. Я делал, никто об этом не знал. Примерно то же самое, что и Эйзеншпиц, за что он и пострадал, как известно. Я представлял себе, так сказать, путь, по которому надо идти. Но всегда перед моментом принятия решения советовался с руководителем группы обязательно. То есть я таких решений специально не принимал, вот так вот. Потому что я знал, что у него очень развита интуиция. И в нашей стране интуиция срабатывает как раз. То есть он чувствовал, что надо сделать в определенный момент времени. А вычисления у нас частенько не проходят по различным причинам. И путь был действительно очень ветвистый. К примеру, сказать, другие группы все свои задачи ставили устроиться на работу, скажем, там, в госконцерт, в ленконцерт, в росконцерт, ну, куда-нибудь. И все попадали под пресс, который существовал там, какой-то совершенно фантастический, какие-то вот такие
вещи, которые в приказном порядке регулируют творчество. Это смешно. В результате «Аквариум» никогда ни в одной концертной организации не работал. По счастью, самые прогрессивные умы среди советских чиновников, а они были сосредоточены в недрах ленинградского КГБ, нашли удачную дырочку для выпуска пара. Им стал ленинградский рок-клуб. На самом деле, ленинградский рок-клуб был даже не заповедником, а скорее провинциальным зоопарком, куда загнали самых талантливых людей своего города. Одни вещали со сцены, другие внимали в маленьком зале. Безусловно, будучи очень сильным человеком, то есть вот это была, наверное, слабая черта его характера, когда он все-таки готов был, ну, вот идти на эти компромиссы с системой и немножечко так позволять себе как-то нивелировать какие-то углы, вставлять его в какие-то вот эти вот, в другой контекст, в итоге в котором он оказался. То есть группа «Аквариум», которая впоследствии заняла вот эту позицию, когда потихонечку она стала неотъемлемой частью системы. Собственно, вот мы к этому подошли, что если раньше это был чистый андеграунд, постепенно просто вроде бы убрали бы границы, и было такое ощущение, что нет необходимости в андеграунде. Система, она система, независимо от того, какая она, будь это жесткий коммунизм или развитой капитализм, то есть получается, что она все равно остается системой, а у музыканта всегда есть выбор. Либо ты становишься частью этой системы, либо ты находишься в андеграунде к этой системе. Не знаю, правильно ли это, вот андеграунд к или андеграунд в оппозиции. То есть получается, что вот это все-таки это твой осознанный выбор. Но сами музыканты «Аквариума», к слову сказать, сделавшие больше других на пути становления ленинградского рок-клуба, не испытывали иллюзий по поводу происходящего, и в узком кругу их злость иногда давала выход. Я честно скажу, музыкантам дали по одному билету на каждый концерт. Да, даже не по два обещали. Горком это с говном можно съесть. Ну еще что-нибудь про радиоактивность.
Коль скоро это был первый опыт и его, и, наверное, многих музыкантов той эпохи, когда не видно было вот этой опасности, плюс в это же время, наконец, накатила вот эта волна, красная волна, и впоследствии вот этот контракт с CBS, и Уолтер Етников, и, конечно, сильнейшее искушение. Роль иностранцев в биографии «Аквариума» трудно переоценить. Это вообще отдельная песня. Иные из них, как Пол Эшем, учили на заре группы Бориса Гребенщикова игре на губной гармонике. Другие привозили пластинки и музыкальные журналы. Третьи – девушкам группы – колготки, а женам – памперсы для детей. Но главное отдушиной для музыкантов было посещение различных вечеринок в зарубежных консульствах, где советские люди могли столкнуться с недостижимой реальностью. Мой друг музыкант знает массу забавных вещей. Мой друг музыкант не похож на обычных людей. Он строит аккорд из того, что он видит вокруг. И он говорит, что это божественный звук. Я слышал, что он чертовски неплох, что когда он не пьян, он играет как бог. И простая душа, я гляжу не дыша, как вдохновенно наполняет стакан мой друг-музыкант. Музыкант, он только ждет подходящего дня, чтоб взять свой смычок и сыграть что-нибудь для меня. И весь наш мир засохнет тогда на корню. А если нет, то мир такая свинья. Но сегодня на редкость задумчивый день. А вчера был дождь, играть было лень. Наверное, завтра, да, завтра наверняка, во славу музыки, сегодня начнем с коньяка. Ой-е! Пожалуй, до появления в Советском Союзе Джаны Стингрей никто из нас не сталкивался с таким целеустремленным и энергичным человеком. Джана поставила две цели. Первую – вывести ленинградцев на международную рок-арену. И вторую – стать рок-звездой, пусть в СССР и пусть ненадолго. И достигла обеих. It's a music that folks listen to and sing. So now modern folk is rock and roll. Рок-н-ролл – это современная народная музыка. Поскольку она захватила весь мир, ведь в ней есть и африканская, и американская, и ирландская, и русские крови. Поскольку рок-музыка интернациональна и понятна любому человеку на нашей планете. Рок – это объединяющая штука для всего человечества. И то, что мы пытаемся сделать, это построить мост взаимопонимания. Yeah.
Главное не в том, как изменились мои представления об Америке, не в том, каков новый образ России сейчас складывается у американцев. Самое важное – это попытаться создать совершенно иную атмосферу. New Age – новый век. И я очень надеюсь, что у нас получится. Моих друзей по колледжу поразили видео из России, которое мы вместе сделали. Они не могли поверить, что Борис русский. Ведь он поет настоящий рок-н-ролл. А что особенно произвело на них впечатление, то, что Борис и выглядит как реальная рок-звезда. «О, он прямо как Боуи», — они восклицали. Я ведь поначалу тоже не могла поверить рассказам, что в России есть рок-музыка. Не верила, что такое возможно. И я думаю, что это очень позитивно, показать, что на самом деле мы и русские, по сути, ничем не отличаемся друг от друга. Будет просто здорово, если ко мне в Питере кто-нибудь подойдет на улице и скажет: «А, ты работал с Жанной Стингрой? Выходит, и в Америке есть рок-н-ролл». Ведь наша молодежь может этого просто не знать. Напомню, что в двойной виниловый альбом Red Wave вошли записи «Аквариума», «Алиса» и «Кино», а также «Странных игр», заменивших по причине несговорчивости Майка Науменко группу «Зоопарк». Выход пластинки, как ни странно, людьми, которые за что-то отвечают, восприняли достаточно положительно. Они говорят: «А что? Ведь, по сути дела, пластинка показала то, что клуб работает хорошо, там все разрешенное, все это можно исполнять. А то, что это не выходит, это вина наших бюрократов различных, чиновников различных и так далее». Пришлось взглянуть на вещи более трезво, что явление существует. Существует русскоязычная рок-музыка. Значит, насколько она там большая, сложная, сколько она проживет, другой вопрос. Но она существует. Она есть, и от этого отмахиваться нельзя. Все тот же Сергей Курюхин привел как-то на репетицию «Аквариума» на улицу Восстания к Севе Гакелю высокого мрачноватого юношу с длинными волосами и со скрипкой в руках. И произошло еще одно чудо в истории «Аквариума». С тех пор и вплоть до наших дней Борис Гребенщиков никогда не забывает, что скрипка – это фирменный знак саунда «Аквариума». Представь себе, что то место, откуда мы родом, мансарда Акселя, такого художника, который здесь жил, и который для меня вот как духовный отец. Ты же помнишь у Борьки на Софьи Перовской вот эту всю лестницу расписанную? Вот представь себе, что у Акселя она была расписана не меньше. То есть мы попали в какой-то мир, после того, как он уехал, выгнали, в общем, коммунисты. Если ты помнишь, там вот вокруг Олимпиады всякие вещи происходили, горели мастерские художников вместе с художниками. То есть жуткая была вещь. Он успел уехать в 82-м году, хотя были и угрозы, там вообще все очень сжималось. И мы остались вот как сироты, то есть он в подвешенном состоянии. И вдруг судьба свела Сишу с Бобом. И там на Софье Перовской у Боба вот была какая-то такая атмосфера, которая Сишу чем-то напоминала. И он этим со мной делился. И для нас это в каком-то смысле вот было что-то похожее на то, что было... Вот, Акселя, знаешь, особенно в связи с «Над небом голубым есть город золотой», это же была сочинена на кухню Акселя песня Андреем Волохонским.
Андрею Решетину вскоре пришлось сменить своего друга на посту скрипача «Аквариума». Я как-то всегда занимался старинной музыкой и к этому тяготел. А Сашка вот тяготел к импровизации, ко всем таким вещам. В 86-м году он погиб. Трагически совершенно. Произошло это в августе, в начале августа. И как-то вскоре, буквально, начало 87-го года, «Аквариум» получил первые официальные концерты в Октябрьском. И Боб вот несколько раз меня видел вместе с Сашкой. Сашка меня представлял как скрипача, как своего друга, с которым вместе учились. И Боб через сетку он позвал меня. Я пришел, надо сказать, будучи уверенным, что ничего не получится. Надо сказать, что очень долго я чувствовал себя не в своей тарелке. Потому что у меня ничего не получалось совершенно. По-настоящему начало получаться, вот как я оцениваю, уже где-то ближе к образованию БГ-бенда. Сиша за 2,5 года сделал гораздо больше, чем я за 5 лет. Все-таки «Дети декабря», «День серебра», «10 стрел» – это такие великие вещи. Вслед за Джоанной в сети обаяния «Аквариума» попала еще одна хорошенькая американка из фирмы «Belka International». Я часто приезжала в Советский Союз в это время. Я работала на телевидении, и я часто, почти каждые 2 недели ездила из Нью-Йорка в Москву и в Ленинград на выходные дни. Убежала от всех и села на поезд и ехала без билета в Ленинград. И я просто нашла для себя в Ленинграде, как раз именно в Ленинграде, такой подпольной жизни, такой интересный, который мне очень повезло, мне кажется, что я это видела. Марина Алби и ее партнер по «Белке» Кенни Шафер перелопатили сотни видеокассет советской эстрады в поисках своего артиста. Когда мы смотрели официальную музыку, это было смешно. Это было просто как пародия, мне показалось, музыкой. Но, конечно, Йосиф Кобзон меня очень впечатлил. Когда я его услышала, я поняла, что что-то очень великое есть в России, потому что он очень впечатлил меня. Как Фрэнк Синатра, только даже более мощный. Когда мы услышали пластинку Джоэн Стингрей. Мы с Кенни, у меня партнер Кенни Шейфер, который, ну, пиар занимается, и он работал с многими рок-музыкантами в Америке и дружил, и дружит до сих пор. И он сразу почувствовал, что в это время было очень важно кого-то из Советского Союза привезти в Америку, потому что в это время была перестройка, Горбачев и Рейган встречались, и как раз был огромный интерес к всему советскому в Америке, и наоборот. Когда мы увидели «Аквариума» в видео, мы просили Джоанну Стингрей нас познакомить с Бори. И мы, когда с ним встретились, с Кенни, мы приехали в Ленинград, с ним встретились, и мы услышали его. И сразу мы поняли, что этот человек, он может в Америку выступать, он может говорить по-английски. Во-первых, он очень интеллигентный человек. Он знает больше про западную музыку, чем все западные музыканты вместе взятые. Он был очень красивый, он был умный, у него музыка была прекрасная. И мы решили попробовать Боря привезти в Америку. Преодолеть косность советских бюрократов было делом крайне сложным. И американцам пришлось идти на маленькие хитрости. Боря был в это время не выездной, как почти все, ну, все, можно сказать, музыканты, кроме некоторой официальной группы. И чтобы делать ему выездные, мы решили с Кенни следующим образом. Мы собирали письма из очень много заведений американской шоу-бизнеса. Мы собирали кучу писем, такая стопка, и ездили в Москву и встречались со всеми, ну, этой организацией, которые занимались музыкой. Это значит Межкнига, ВАП, Министерство культуры и Мелодия. Сказали, мы хотим Гребенщикова в Америку пригласить. Вот, смотрите, столько людей ждут его. Дайте ему, пожалуйста, визу, чтобы он мог уехать. И чудесным образом за несколько часов до отлета самолета, мистическим образом, появился в Боре загранпаспорт. И он уехал. Мы не знали до последнего момента, поедет или нет, но это было чудо. Мы его встречали на лимузине, как положено. И все началось.
I can see somebody light here. Oh, I can't name it, but I can talk about a moonlight. I can talk about a wild child. You know that real wild one dancing alone in the middle of the world. Oh, skin tears about silence. На первых порах удача сопутствовала Борису и в Америке. И здесь с лидером группы происходили совершенно непостижимые с точки зрения бизнес-подхода вещи. Но с CBS Records это было опять чудесно, все получилось. Мы пришли в офис президента CBS Records, в это время был Уолтер Ятников, который родители или бабушки, дедушки с Украины. И он увидел Боря. Он с ним разговаривал, наверное, 5 минут, и он даже не слушал его музыку, сразу предлагал его подписать контракт. И мы поняли, почему. Потому что Бори, он звезда, а Уолтер это видел, что действительно человек звезда. У него такой имидж был, как Bob Dylan of the Soviet Union. Вот все говорят, он как Bob Dylan of the Soviet Union. Но в стане партнеров Бориса по аквариуму сразу почувствовали, что над группой нависла угроза распада. Если трезво посмотреть на вещи, то сравнивать, так сказать, музыкантов российских с американскими просто смешно. Они мало того, что учились, они еще и родились где нужно. И естественно, когда человек, одержимый своим творчеством и своим делом, попадает в компанию, где запредельные профессионалы, не просто профессионалы, а уже сам высший эшелон. При всей дружбе он, наверное, ему сложно было бы, так сказать, смириться, что его группа играет не так, как те, с кем он играл. Мое мнение в это время было, что «Аквариум», то, что мне нравилось больше всего, это была вот чистота звука, акустически. И мне хотелось, чтобы Боря больше акустически музыку играл на русском языке. Но Боря, он сам должен был решать, что он сам хочет делать. Он же артист, не я. Я могу сказать свое мнение, и это все. И мы встречались с разными продюсерами. Дэвид Боуи хотел продюсировать, многие хотели. А Боря сам выбрал Дэйв Стюарт, и он сам принимал решения по всем творческим вопросам. Боря одна музыка, а у группы «Ритмик» совсем другая музыка, но не тот человек, Дэйв Стюарт. Но понять это тогда, не знаю, насколько это было возможно. Я представляю себе вообще культурный шок, который с ним произошел. Он сразу попал на самый верх вот этого американского бизнеса музыкального, к людям, о встрече с которыми мы мечтать не могли. И первый опыт, ты никогда не знаешь, что ты можешь, на чем ты можешь настаивать. И самое главное, что ты пребываешь в ошибочном заблуждении. У меня было такое с кино, например. Я думал, что
Но если эти люди делают кино, они же лучше меня знают, как его делать. Если эти люди ворочают миллионами, записывают Джимми Хендриксов, там, Битлов и Роллингов, они же лучше знают, как сделать мою пластинку. Почему же буду с ними спорить? Они не всегда знают. Они тоже ошибаются, ошибаются очень часто. Но угадать это было в той ситуации невозможно. Я в этом убежден практически. Это сейчас мы уже умные и опытные. И сами себе продюсеров выбираем, если они нам нужны. Борька был страшно воодушевлен всей этой затеей. Я помню, у нас разговор один, когда он в процессе, приехав там на какое-то время сюда, он сказал: я открою дверь в Америку всем русским командам. А что он сказал? Боря, если у тебя получится недостаточно хорошо, ты ее закроешь. К сожалению, отчасти я оказался прав. Но я не думаю, что Боря закрыл дорогу. Я думаю, что... я думаю, что много наоборот. Это было, ну, один человек, потому что был Зуки Му, который с Брайан Ино. Было много совместных проектов. И группа Кино, они делали в Париже последний альбом. Просто надо подумать, что в Америке никому не нужна русская музыка. Извините. Только русским иммигрантам это нужно. Барабанщик первого состава группы Майкл уехал в Америку чуть раньше Бориса и был уже в курсе всех новейших течений поп-музыки в этой стране. А, правда, был один момент, когда БГ собирался записать альбом «Radio Silence». И кто-то меня спрашивал, а что делать? Может быть, и БГ даже, да? Я сказал, нужно сделать модный звук, потому что там никого, значит, архаикой не пробить. Он говорит, точно, вот так и фан говорит. А, но альбом, значит, был записан, но успеха особого не имел, потому что он опоздал, ну, буквально на год. Потому что вот тогда, в 90-м, 91-м году, все переменилось очень резко, когда Нирвана вдруг пробилась. Я помню, в то время как раз я занимался, мои радиопрограммы были на Россию сюда, посвященные каждую неделю чарт. То есть American Top 40, вот такой стандарт был, да? И там Майкл Джексон, понимаешь, у меня это самая запарка. Что такое Майкл Джексон 4 месяца на первом месте, да? Как работать, непонятно. И вдруг, значит, взрыв. Первый номер Билборд выходит 16 января. Майкл Джексон где-то бамбаланды у Хатфанкамера. И Нирвана. Какая Нирвана? Что Нирвана? Smell Like a Teen Spirit на первом месте. И вот тут пришел конец всему. Мне почему-то кажется, что если бы группа в том виде, в котором ее увидел как бы и Кенни, и вот в том виде, в котором увидела Марина, а не сольный, как сольный проект, а именно как группа пошла бы, это могло бы иметь больший успех. Именно вот, опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, первозданности, потому что стали из Борьки делать, ну, звезду просто там, да, фотографии, специальные позы принимать, ну, как по-американски, да, звезду шоу-бизнес. Может, это и хорошо проверенный, проторенный путь там для тех людей, которые вкладывали в это деньги, разумеется, это такое уже. Но, с другой стороны, основано это все было на парадоксальности явления. То есть, а «Аквариум» как группа, он был парадоксален. Даже тем сочетанием вот нежной акустики и моей буравящей все гитары, это тоже было сумасшествие, которое вроде как-то сочетать несочетаемое. Вообще сочетаться это не должно было, правда? И мне кажется, что Боря в какой-то момент, ну, разочаровался в этот мифический место, которое он всю жизнь читал и мечтал туда попасть. А вдруг он увидит, как все работает. И на самом деле это не очень красиво, когда, ну, смотришь на, как это называется, вышивку, да? А потом вдруг смотришь в другую сторону. И видишь на самом деле, что там происходит. И мне кажется, что частично из-за этого Боря сам принимал решение, что ему такая жизнь не нужна. И он интересный, можно съездить, можно смотреть, можно знакомиться, можно пригласить людей сюда. Но, может быть, Боря решил, что ему более интересна восточная часть Земли, чем западная. И я могу сказать, что я, в принципе, с ним согласна. Длительная отлучка Бориса довершила процесс медленного умирания группы. «Аквариум»
как и свойственно большому и величественному явлению, как Римская империя, умирал долго и мучительно. Первым запах тления почувствовал Сева Гакель, который еще в 80-е годы предпринимал несколько раз попытки уйти из группы. Просто группа закончилась, умерла. И это был стейтмент, то есть это было объявлено, и группа была распущена. То, что потом собралась другая группа по таким же названиям, это уже просто элемент пьесы абсурда. Возвращение Бориса к старому имени группы, без участия в ней ее сооснователей, не могло не вызвать возражения у ветеранов. Для меня, допустим, всегда модели были это там Beatles, Stones, там две, вроде две грани, два идеальных каких-то, наверное, две идеальные модели. То есть Beatles, которые, во-первых, были безусловно группой, да, и то, и другое это безусловно группа в каком-то законченном виде. Группа, которая проживает очень важную стадию под этим именем, она заканчивает какую-то фазу, и группа принимает решение больше не продолжать совместную деятельность под этим названием. Все музыканты расходятся, каждый хочет, не хочет, продолжает заниматься музыкой под своим именем. Будь это имя, собственно, собственное, либо какая-то группа, которую ты строишь сам, с другими музыкантами, как другая семья. Ты просто другая, ты же, это второй брак, и с другой фамилией. В самый трудный для России период, в 90-е, Борис записал с новыми музыкантами «Аквариума» два альбома, ставших сразу классическими «Навигатор» и «Снежный лев». На этот раз, имея уже опыт работы в Америке, Борис очень вдумчиво отнесся к поиску продюсера и нашел изумительного музыканта и ценителя звука – Кейт Сент-Джон. Во время моего пребывания в Англии мне удалось расспросить Кейт о ее работе с «Аквариумом». Каждый опыт работы в студии с кем-либо уникален по-своему. Но опыт работы с «Аквариумом» уникален вдвойне. Дело в том, что каждый участник группы действительно фантастический музыкант, и причем в своем собственном ключе. Ведь у нас на Западе обычно для записи привлекают высококлассных профессионалов, технарей, но от них вы редко дождетесь персонального вклада. Душу в музыку они, как правило, не вкладывают. И ваш Сергей потрясающе владеет моим любимым инструментом. Ведь я сама училась играть на аккордеоне, и его участие невероятно расширяет палитру музыки группы. Я считаю, что аккордеон идеально подходит для рок-музыки. Некоторые русские музыканты отметили, что звук гитары, приглашенного на запись альбома Мика Тейлора, бывшего гитариста Rolling Stones, не очень-то сочетается с общим звучанием пластинки «Навигатор». Я не вправе это комментировать, так как не вполне компетентна в знании всего каталога «Аквариума». Но, по-моему, эклектичность очень естественна для «Аквариума». «Аквариум» — это такая странная комета, которая вбирает в себя все. Что же касается вашего гитариста, Алексея, он просто гений. Я наблюдала его на концерте в Москве, когда мы сыграли вместе. Он играл тогда в строго западной манере. Он может играть так же точно, как и Джордж Харрисон, но при этом имеет свой уникальный стиль. И он во многом определяет звук на этих двух альбомах. Вскоре после записи альбома «Снежный лев» Александр Титов не выдержал напряжения личных отношений с Борисом. К тому же в автокатастрофе под Питером погибла его мать. И Александр принимает радикальное решение. Просит политического убежища в Великобритании. Я побывал в его новом жилище на окраине Лондона в надежде найти ответ на столь неожиданный поступок. Мне здесь приятнее заниматься тем, чем я привык заниматься всю свою жизнь. Вот и все. А там этим заниматься мне... Ну, там мне на горло наступили уже. Все. Кранты, ничего не осталось. На мой взгляд, потеря Титова очень болезненно для «Аквариума». А что ты думаешь о его роли в группе? Вне сомнений, за многие годы работы в группе Саша добился, что все его коронные штучки, его приемы игры на басу и есть фирменный знак саунда «Аквариума».
Саша играл одновременно и расслабленно, при этом очень мощно. Но, тем не менее, группа развивается, прогрессирует, меняется. Нельзя исключить возможности, что рано или поздно хороший бас-гитарист будет найден. В тот момент мне было очень интересно узнать мнение нового музыкального окружения Титова о последних пластинках «Аквариума». Мне кажется, что, кстати говоря, эти два альбома, они, ну, некоторые там люди как-то пытаются что-то там говорить, что они слабые или неинтересные, но, на мой взгляд, они удивительно интересные и необычные. Необычные хотя бы тем, что, понимаешь, английский подход в этих альбомах слышен, понимаешь? Там есть как бы попытка сделать что-то, чтобы было приемлемо и для западной культуры. Я считаю, что они слушаются сейчас очень хорошо. И люди, которым, кстати, интересно, которым я здесь давал послушать. Я делал демо, сборники, в основном из этих альбомов, из нескольких песен из этих альбомов. И рассылал по разным компаниям, там, на разные прослушивания и так далее, понимаешь? Для того, чтобы найти себе какие-то дела. И люди очень интересно реагируют. Им очень нравится, необычно. Я спросил у Кейт, чем отличаются эти два альбома друг от друга. Мне трудно быть объективной, особенно когда ты с головой вовлечена в работу над пластинкой. Но мне кажется, что «Снежный лев» — чуть более цельная пластинка и при этом менее экспериментальная, чем «Навигатор». «Навигатор» более спонтанный и сумбурный, но на нем нам удались, на мой взгляд, замечательные штуки. А какие песни с этих альбомов особенно близки тебе, твоему сердцу? Я не знаю, как сказать по-русски название. Вот последнее, «Снежного льва». Великая железнодорожная симфония. «Три сестры». И, конечно, «Маяца». Есть края, где нет печали, есть края, где нет тоски, вдруг хрустальный со свечами заколочен в три доски. Да порою серафимы раскричатся по весне, машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне. В мире все непостоянно, все истреет, вот где крест. Я влюбил всю флору, фауну, в сердце нет свободных мест. Паровоз твой мчит по кругу, рельсы тают, как во сне. Машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне.
Дружба видных художественных явлений Питера, аквариума и Митьков, имеет давние корни. И в 90-е мы с Дюшей как-то наведались в самое логово автора Максима и Федора и героев Митьков. Мы встретились на Васильевском около Андреевского рынка, пришел с колясочкой, где была Сонечка, то есть вот только-только, да? Да, наверное. И мы так стали гулять, и так вдруг оказалось, что у тебя в колясочке там, кроме Сонечки, там что-то еще есть. И мы так зашли потом в Румянцевский садик. В каком году это было? Значит? Вот какой это год? Знаем, Соня только родилась. Но это я просто помню как бы яркое такое впечатление радостного, счастливого дня, когда вот мы так гуляли с Соней. И на самом деле временные границы не столь важны. Да. И пили это вино замечательно. Вот это я лично полюбил аквариум, конкретно могу сказать, когда. Мне очень понравилось в аквариуме, что он такую же культур-триггерскую как бы, миссию выполняет, что и я. А аквариум нельзя считать полными нашими единомышленниками. Там более какая-то эстетская такая струя идет. Такой тотальной вот доброты, как у нас предполагалось, в нем все-таки меньше. Не злее, а как-то вот что-то немножечко такое инфантильно рафинированное. Какая-то слабость, присущая рок-культуре вообще, все-таки есть в аквариуме. Получилось так, что сначала ребята из аквариума прочли Максима Федора. То есть это был тоже в начале 80-х. Потом в 84-м Володя написал «Митьки» уже. Вот. И тут даже как бы... Где аквариум как сложившийся важный факт культурной жизни. И такое значение ему придается. Я помню, что Гребенщиков это сам не дал послушать. Вот я написал песню, но Дюша дал ее спеть. И что в этой песне... Цитируется Максим. Не цитируется, а в каждой обязательно строфе одна строчка из Максима Федорова. Это оказалось не так. Это слишком прямо. Но похоже на то. То есть, на самом деле, Дюша, мы тебя сначала услышали в записи. Даже я вот так понимаю. Точно. Не лично тебя, а в записи тебя услышал. Вот именно когда он дал «Холодное пиво». Первое исполнение. Потом вышел «Радио Африка». Помнишь, какие мы устраивали под «Радио Африку»? Какой? Четвертый год? Подожди. Я уже все запутался. Ходили... Смотрите в это меня. Ходили... Ну, а когда ты на кого надо смотреть? Вспоминаете. А ты что, не помнишь? Я помню. Ходили на берег этого Финского залива, там костры там жгли, белые ночи. Да. Феллини был просто полный. Нет. Существует расхожее обывательское мнение, что талантливый человек талантлив во всем. Но профессиональные художники Митьки с этим категорически не согласны. Трогательный инфантилизм, чем в рок-культуре вообще. Именно что, собственно, и является единственным серьезным достоинством живописи музыкантов из группы «Аквариум» Дюши Романова и Бори Гребенщикова. На самом деле не только западные рисуют разведку, например, Макаревич, архитектор профессиональный, такой профессиональный художник там. Шевчук на минуточку. То есть рок-звездам присуще рисовать. Бутусов, между прочим, архитектор, и тоже что-то рисует. Но исключение лишь подтверждает правила в этом вопросе. Мало того, Цой закончил художественное училище. Митькам-то больше нравится. Именно из аквариума художник, потому что они непрофессиональные, именно трогательность. Это является исключением. Да, это здорово. Не придешь, и будет сказано, совершенно не умеют рисовать. Митя, расскажи, а это значит, что это? Это значит тоже «Место встречи изменить нельзя». Это пятая серия, где Шарапова приводит в банду, потом сидит горбатая, значит, ну, в главе стола. А Дюша в данный момент это Шарапов, которому нож в горло приставили, и горбатый говорит, как так? Если не хочешь принять смерть жуткую лютую, скажешь, что там в море с Фоксом сделают другую. Да. Еще он говорит, ну теперь понял, говорит. Чего ты стоишь в этой жизни грешной? А Шарапов говорит, понял. А у него так нож в голову. Понял. Московские рокеры частенько пеняли аквариуму за чрезмерную литературность и изысканность текстов. Мне кажется, лучше по этому мнению пусть рассуждает специалист. Как правило, слова в роковых песнях, они имеют второстепенное или вторичное значение. Слова в песне вообще как гуси над землей, они куда-то сами по себе летят, а смысл тот, что от этих слов или с высоты этих слов хорошо видна земля. Вот, а тут у него каждый гусь, каждое слово, это такой
это такая серьезная птица. Поэтому можно сказать и так, что он перевернул рок благодаря тому, что слова зазвучали самостоятельно и заставили все остальное, и музыку, и группу, и слушателей этот весь мир воспринимать как уникальную возможность. То есть я даже думаю, что у него слова, наверное, потянули за собой все, потому что в этих словах есть очень много значений. Это слово как открытие какой-то новой страницы в русской литературе. Я родился в таможне, когда я выпал на пол. Мой отец был торговец, другой отец Интерпол. Третий отец Дзержинский, четвертый отец кокаин. С тех пор, как они в мавзолее, мама, я остался совсем один. У меня есть депазы, мама. Я чистый бухарский эмир. Вот я отрез, я муму и Герасим, мама. А так я война и мир. В классическом определении рок-н-ролла триаде слов «секс», «драгс» и «рок-н-ролл» не случайно, наверное, сексу отводится первое место. И есть люди среди наших телеведущих, которые знают в этом толк в полный рост. Конечно, всегда вокруг аквариума, значит, велись девицы, значит, каждая из которых претендовала на особенную близость кому-то из музыкантов. Хотя мне кажется, что очень многие барышни остальных музыкантов аквариума воспринимали их, к сожалению, как такой соевый заменитель мяса. То есть на самом деле они, конечно, ориентировались на Бориса Борисовича. Вот. Поэтому, ну, во-первых, по-моему, это всегда возникает вокруг любой заметной рок-группы. Что касается самого вот образа аквариума в этом, так сказать, эротическом ключе, то там очень многое было продиктовано тем, какой музыкой в данный момент Боря увлечен. Потому что как только Боря начинал петь что-нибудь мелодическое, что я и до сих пор больше всего у Бори люблю. То есть Борис, конечно, великий, замечательный, умнейший, талантливейший ум, честь и совесть нашей эпохи. Но я-то больше всего люблю, когда Боря делает что-то вокруг мещанского городского романса, да, который он фантастическим совершенно образом модернизирует, преображает и разные вещи умеет с ним делать. Вот как только начинается мечтательная вот эта вся мелодика и Борин тенор, дающий легкое тремоло, да, вот впадает в эту интонацию, то тут, конечно, все девушки у его ног. Когда Боря увлекается какой-то другой музыкой, там это может быть хоть регги, хоть что-то тяжелое, скрежещущее и так далее, то тут девушкам, конечно, становится скучно. Я глубоко убеждена, что я сейчас говорю то, что остальные девушки просто не решаются сказать, да? Поскольку я уже, так сказать, ушла из большого спорта, я могу себе позволить сказать правду. Я удобен весь день, уже лет 12 подряд. Не дышите, когда я вхожу. Я наркотический яд. Мое сердце из масти, кровь диэтил амид. Не надо смотреть на меня, потому что иначе ты вынешь допит. У меня есть две фазы, мама. Я чистый бухарский гемин. Когда я тряс, я муму и Герасим, мама. А так я война. Вторая позиция этой триады «Дракс», безусловно, в русском варианте трактуется как пьянство. И по этому поводу есть кому порассуждать. Но мы познакомились с Борисом в Крыму в середине 90-х годов. И первое, что мы сделали, это мы поехали на дачу Брежнева, Горбачева, уже оставленную этими хозяевами. И на берегу моря, рядом с дельфином, принялись выпивать водку. Причем Боря поразил меня деликатностью, он так на меня посмотрел и сказал: это вы выбираете. И напиток, ну, как вот, не знаю, как на дуэли.
чем стреляться, как стреляться. Вот вы выбираете, что мы пьем, что и как. Чем. И надо отдать должное, что культура его, ну, назовем это не пьянством, а употреблением вина, водки, вообще напитков, она высока и разнообразна. Она разнообразна. И мне кажется, что противоречивость этого отношения заключается в том, что иногда это вино, эта выпивка как раз помогает находить вот ту самую волну, на которой можно написать новую песню, а иногда она закрывает. И наоборот, даже хуже, она иногда провоцирует ту самую отсебятину, о которой я тоже говорил, когда песня только кажется замечательной, а на самом деле она выдумана. А настоящая песня не выдумана. Поэтому тут все время идет такое противоречивое отношение к выпивке. Она мне помогает, и она мне мешает. Она мне все закрывает, и она мне все открывает. Там и сям есть шаман и мама, я тоже шаман, но другой. Я не выхожу из астрала, а выйду так пью вино. Есть много высоких материй, мама, но я их свожу в окно. У меня есть дыха зима, моя родина русский мир. Когда я крест, я Муму и Герасим, а так я война и мир. Из десятков клипов, снятых по песням «Аквариума», у меня в памяти остался лишь один. Вот что думает об этом один из участников съемок Сева Гакель. «Я с удовольствием записал бы кассету с этими клипами, чтобы в назидание показывать детям, что с ними будет, если они будут плохо себя вести». В «Суе» «Аквариум», которого у меня полки, я не слушаю. Мне нужно очень определенное состояние. И если я включаю, я уже слушаю, может быть, часами. Много, много, много. И в машине у меня есть специальный диск, который иногда, но я ставлю. Так вот, когда снимали «Поезд в огне», мурашки по коже бежали. Это было ощущение сразу. Попадания, прорыва, победы. Было все ясно. Было все достаточно лаконично и честно. Все остальное – это игры. Это игры не ко времени. Тем не менее, в историю советского кино, правда, уже на излете его существования, «Аквариум» все же попал. Боря наиболее трудно адаптируемый для кино персонаж. Поскольку он... Вот тот номер, который использовал я, его можно использовать один раз. Дальше это, тиражировать этот номер невозможно. Мне нравится только песня Неборина, которая во время движения фуникулера показана в фильме «Асса». Больше мне не нравится. Эти все шкафы, выходящие герои, ну, это безобразно плохо. Ну, не нравится, я не знаю. Мне... Ну, зачем ты это сделал? Ну, зачем ты согласился? Вот видишь, что Лев Николаевич Толстой «Мысли на каждый день», да? Очень интересная книжка. Это не Толстой, это он из всех там, он кто? Джон Рёшкин, Марк Аврелий, буддийская мудрость, да? И вот именно так вот, да? Вот я вынужден был поступать с «Аквариумом», смотрю, то есть брать из него
делать такой цитатник Мао, понимаете? И который, так сказать, ну, в довольно сложном контексте, допустим, «Черный Родин» уже там сложно так как бы укладывался, не так просто, как в «Асе», да? Вот сложно украли. В «Доме под звездным небом» Боря специально написал, значит, несколько там песен для этого делал. Но все равно это был метод цитаты. А то, что хотелось бы сделать и мне, и Саше Кайдановскому, и Рашиду, это ввести это в систему кинематографических образов. Да? Тут все должно чего-то хотеться, а потом обязательно должно набрестись. То есть как бы само вот не набрелось. Летом 1997 года Борис согласился участвовать в праздновании серебряной свадьбы «Аквариума», юбилея группы. И собрал по этому поводу всех своих старых дружков. Но в интервью не всегда мог скрыть свою досаду по этому поводу. Группа, которая живая, она работает, не обращает внимания на праздники. Не до этого. А группа, которая празднует юбилей, это не группа. В данном случае у нас есть извинения, потому что мы делаем, в общем, для своего собственного удовольствия. Никакой дани отдавать не нужно, потому что дань отдают павшим, как я понимаю. Мы все-таки еще не пали. Это пока все живы, нужно поиграть, чтобы посмотреть, как это сейчас все. Мы поиграли сейчас на репетициях, очень забавно. Я понятия не имею, как это будет звучать, но то, что происходит, мне интересно. Два раза это стоит сделать. Когда мы играли в Москве, там была необходимость произносить речи. Я думаю, что в Петербурге этой необходимости нет. Танцуй в душе брейк-данс. Мечтаешь, что ты генерал, мечтаешь, что ты экстрасенс. Знаешь, что ты воплощение вековечной мечты. Весь мир — это декорация, и тут появляешься ты, козлы. Слова не особенно вежливы, но и не слишком злые. Я констатирую факт. Козлы. В кружке унылые руки, все говорят как есть. Но кому от этого радость, кому от этого честь? Чем больше ты скажешь, тем более ты в цене. В работе мы как в проруби, в постели мы как на войне. Козлы. Козлы. Буявшие в собственной правоте, завязанные в узлы. Я тоже такой, только хуже, я говорю, что я знаю. Козлы. Стал клевером, пока ты не стала строгой. Наши тела — меч, в наших душах покой. Наше дыхание свято, мы движемся всех любя. Ну дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Козлы. Козлы.
не слишком добры, но и не слишком злы. Мне просто печально, что мы могли бы быть люди. Для меня важно только одно, что группа, которая называется «Аквариум», передает тем, кто ее слушает. Все остальное меня просто не интересует. В своем кругу мы выбивали 200 из 100. В своем кругу мы выбивали 200 из 100. Но каждый из нас стрелял в свое солнце, времени было в обрез. Теперь я знаю песню, и эта песня проста. Используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. 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 Я помню, в этот вечер напряжение достигло предела, и никто из присутствующих в гримерке «Аквариума» не мог скрыть своих эмоций. Мы пили воду, мы пили эту чистую воду, и мы никогда не станем старше. Еще будет песня. Так, ребята, сходите. Какую песню, Саша? Вы понимаете, бывают такие времена в жизни, когда забывается все и вспоминается то же самое все. Борис как в воду глядел, сказав, что эти концерты будут последними для старого состава. Уже через несколько лет повторить подобное было бы уже невозможным. Умер один из основателей группы, Андрей Дюша Романов. Странные звери приходят ко мне в утро. Все по местам. Все по местам. Все. Мы будем строить новый храм. Мы будем строить новый храм. Я буду верить вашим рукам. Я буду верить вашим рукам. Я буду верить вашим рукам. Ваши лица плывут, как туман, когда мы шли по этим холмам.
шли по зеленым холмам, мы шли по зеленым холмам, мы шли по зеленым холмам, и мы пили эту чистую воду. В начале 90-х я продюсировал дерзкую девичью группу «Атас». И только клуб «Там-там», организованный Севой Гакелем в начале 90-х в Питере, был местом, где играли прогрессивную музыку. Я, в общем, был последний человек, который по своему психологическому типу, да, который мог бы соответствовать панк-року. Да? Получается, что я каким-то образом был единственным человеком, который этим людям дал нишу. Через тебя и меня она должна здесь спасти от любви. Она должна здесь по трубам огня. Она должна здесь. Ты можешь сказать, я оправдал доверие. Потому что просто люди не верили мне очень долго, что этот парень, который только начал сидеть еще, мне было там 35 лет. Не так, чуть попозже, 30-37. Вот. Этот парень, который, дядька уже, в два раза старше, да, какой-то там еще группа «Аквариум», там что такое, как можно серьезно относиться, что человек этого поколения что-то захочет для нас сделать. И получается, через какое-то время мы настолько прониклись доверием друг к другу, собственно, в этом заключается мой подход, что я оказался равным среди равных. То есть мне каждый подросток в этом городе по-прежнему со мной на «ты». Вот просто так получилось, что у меня даже не появилось за это время отчество. Встреча Севы в «Там-таме» с «Химерой» и с ее ярким лидером Эдуардом Старковым уже было реализовало для Гакеля давнишнюю мечту аквариумистов. Еще в начале 80-х они пели «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?». Но не тут-то было. И вот это такой был человек, которым я восхищал своей независимостью и при этом своей ранимостью. То есть он был нежный человек, он был мощный, атлетического сложения и совершенно кроткое создание. Понимаешь, вот это когда вот ты видишь, так в одном человеке это уживается, это просто производит фантастическое впечатление. Я как-то был делать для него все, что угодно. У меня были амбиции поставить на эту группу и сделать, ну, из нее нирвану, скажем так, да, то есть это, чтобы что-то такое, что пробило бы вот брешь вот на этом фоне, на котором, ну, рок-музыка к это время развивалась, чтобы группа выстрелила каким-то там шрапнелью, не знаю, с зарядом таким мощнейшим. И мы уже пожилые люди, но мы не знаем, почему другие очень сильные люди расстаются с жизнью. Понимаешь, то есть это какое-то то, что за гранью того, что нам, живущим, дано постичь. Если иметь в виду вклад в общественную жизнь страны, то Севка, наверное, победил. Он пальмовую ветвь заработал. Она, правда, специальная, немножечко такая, другого цвета, и пальма корявенькая, но тем не менее. И вам что то, что он сделал для Питера, да, и, собственно, и для всей страны, со своим клубом, со своей энергией, вычленять правильное от неправильного, да, и как бы это очень серьезно. В 1998 году самая элитарная и престижная премия для деятелей искусств обрела нового героя. На Бориса
пало признание небожителей. Они красят стены в коричневый цвет и пишут на крышах слова. Имеют на завтрак имбирный лимон и рубль считают за два. Мне было бы лестно прийти к ним домой и оказаться сильней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Долго говорить не буду и не умею. А вы спойте. Чуть попозже. Да? Жалко. У нас Жванецкий, я помню, прочитал новеллу. Вот я не умею, к сожалению. А может, пьяный? Пьяный. Я не умею. Угрождайте человеку, скажите. Поэтому я просто хочу сказать, что для меня получение этой премии огромная и приятная неожиданность. Тем более неожиданная, что 25 лет я, в общем, занимался только тем, что получал удовольствие, наслаждался, вел себя плохо. И за это мне дали премию. Я считаю, что это надежда всему подрастающему поколению. Можно сделать и так. Но на этом пути наверх Борис и не остановился. Я совершенно неожиданно для себя узнал, что и Кремль видит в нем своего личного баяна. В сборе мы недавно даже играли тут на венчании одного из кремлевских больших чиновников, фактически Суслова. Вот если мы с ним были приглашены на венчание к нашему другу. Друг оказался из администрации нашего президента. Говорит, мы сидим, а там были другие еще тоже люди. Там был Никита Сергеевич Михалков, там был, значит, Лев Лещенко, Владимир Винокур, ну и я. Было очень смешно, когда Лева Лещенко запел, значит, «Надежду», а Боря ему подпел, то, что был. Сначала спел там строчку спел Лева Лещенко, а потом эту же строчку, там, или другую, следующую, там, «Светит незнакомая звезда», спел Боря. А потом после этого, значит, я предложил Боре выпить. Сказать, Боря, давай выпьем за то, что мы никогда в своей жизни, ну, мы мечтали там попасть по миллионных тиражах, ездить там гастроли, пластинки продавать, ну, как бы, чтобы нас слушали, чтобы нашу музыку любили и слушали. Но мы никогда не мечтали о том, что мы с тобой будем на свадьбе у кремлевского идеолога петь «Надежду» с Львом Лещенко. Вот, Боря, вот никогда ты об этом не мечтал, скажи. И даже не думал, что такое будет. Звукорежиссер Олег Гончаров – единственный в современном составе «Аквариума», кто является звеном между прошлым и настоящим. И я спросил у Олега, насколько удается в нынешнем созыве «Аквариума» сохранять ту самую духовную общность, которая всегда являлась коньком у старого «Аквариума». Мне кажется, удалось, потому что коллектив, он складывается, ну, когда быстро, когда медленно, и в нем появилось что-то свое. Отличия, конечно, есть, дух-дух, но дух, он всегда есть, он просто меняется. Вот мне нравится, что когда мы выезжаем на гастроли, когда люди не бывают дома, где-то что-то такое появляется в группе, но мы также сидим после концертов у Борища в номере или где-то, общаемся, слушаем музыку. Ну, то есть дух остался, потому что здесь, собственно, чем отличаются профессионалы, потому что я работал в Ленконцерте раньше, вот там работал. До «Аквариума», до 90-го года, когда пришел к Боре. И я просто знаю, что вот когда выезжают музыканты на работу, они после концерта разбегаются, каждый делает все, что хочет. И, ну, кто пьет водку, кто там спит, кто там себе борщ варит. А «Аквариум» – это стиль жизни, это точно. Потому что, мне кажется, все прекратится в тот момент, когда люди перестанут общаться именно общаться после концерта на студии. Потому что это для Бориса главное и для нас. Вот это осталось. Премьера нового альбома группы «Беспечный русский бродяга» прошла в Амхате. И я поинтересовался у Бориса,
как ему удалось сочетать в одном альбоме песни, подходящие друг другу не больше, чем «Лебедь», «Рак» и «Щука». Дело в том, что с момента начала альбома, которое было 2 с небольшим года тому назад, общая идея у меня стояла с самого начала. Но от идеи до воплощения очень долгий путь. И он заключается в том, что ты берешь материал и двигаешь его, двигаешь песни, двигаешь аранжировки песен, пока они начинают складываться в какую-то мозаику. И потом из этой мозаики постепенно возникает какой-то лик вот этого альбома. И, к сожалению, пока вот не будут положены последние штрихи, лик не бывает ясно виден. Вот я его все время вижу и чувствую. Но передать то, что я чувствую, даже людям, с которыми я это делаю вместе, крайне сложно. Почти невозможно. И поэтому приходится методом проб и ошибок ставить это вот так, ага, вот это идет сюда, это сюда, так, а вот это нужно доделать, а вот это... И только в общей картине складывается результат, потому что любой альбом, это по-своему, это и есть симфония. Летом 2006 года близкие друзья Бориса были взбудоражены известиями о том, что он перенес серьезную операцию. Но как мудрый человек, Борис считает, что нет худа без добра. Теоретически знал, что каждый концерт должен быть последним. А теперь я так уже и играю. Каждый концерт может быть последним. Уже имеет смысл тогда потрудиться над концертом. Уже имеет смысл его сыграть с полной отдачей, совсем с полной отдачей. Потому что если он последний, то уже нужно сделать максимум. Ветер с океана дует мне в окно. Дует с севера, дует с юга. Ветер с океана, в тюрьме моей темно. Дуй, вниз дует. В темно-синем небе благость и покой. Дуй с севера, дуй с юга. А сердце под седлом пахнет дегтем и трубой. Дуй, пока не сдует, а мы ждем. Ждем, мешай водку гвоздю. Я пошел к колодцу, на бедре моем дыра. Дуй север, дуй с юга. Завтра не придет у нас, опять идет вчера. Дуй, пока не сдует. Сколько не стучись у этих пряничных ворот. Дуй с севера, дуй с юга. Если что не так, эх, милая, сама пойдет. Дуй, пока не сдует, а мы ждем. Ждем. Мешай водку гвоздем.